Что же? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как всегда, как всегда. Как всегда, на самом лучшем канале Enablist. Варвовс. Давно я не говорил эту связку слов. Камера у меня сегодня шалит, как и прошлые дни. Она еще не отошла, скотина блядская. Но я думаю, мы с этим справимся. Ну, я пофикшу эту проблему, потому что, блядь, она меня заебет в натуре. Рафт. Прохождение. Я думаю, вы сами все увидите, как она выглядит, кто ее не видел. Кто видел, тот уже все знает, как она, что. Очень и такая игрушка, как сказать-то про нее. Очень, ну, человая такая. Сюжетик есть, что на удивление, кстати. Давно вообще дуо-стримы не было, не делались. Да, еще это у меня камера подъебывает. Да, что ж меня трясет, блядь. Ну, уведомление все отослал, все четко. Сразу, кто не зашел, лайк не поставил, но это вообще пиздец, я молчу уже, ладно. Хуй с ним. Да и в принципе, наверное, передам я уже слово Николаю. О, чат заработал, заебись. Да, что мне передавать-то? Здравствуйте. Привет, ты уже все и так сказал, что надо. Ну там уж, походу, я еще хотел показать, кстати, в Рафт мы уже играли, но это было давно, 2 года назад, пишет YouTube, я сейчас покажу. Так, я понял, сейчас я это ебану, выключу нахуй. Самое главное, что бинт работает, остальное. Самое главное, что, сука, падла, он мне не показывает. Хули ты мне экран не показываешь? Чудной. Кстати, вот, надо было мир хотя бы создать, чтобы мы сейчас чик-чирик. Давай мы сейчас все создадим. Ну, создавай тогда. Потом мне просто пароль там скажешь или что там. Да, вот уже Рафт. Первый сезон. Я назвал это сезон как бы 2. Тот, может быть, переназову на сезон 1. Не знаю. Вот 4 стрима, получается, здесь у нас. Первый 7 часов, это вообще жестко. Второй 4, и тот 4. Ну, игра такая. Ну, там добавили. Хуй знает, что добавили, но добавили. Остров там, да, или что? Короче, хуй знает. Посмотрим, увидим. Не помню, ни хера почти что. Помню, что есть такая херь, как опреснитель, и так далее, и тому подобное. Ладно. Кому интересно, будет взглянет, на как мы играли первый рафт. Вот. Я помню только то, что плот должен быть не больше, чем 10 на 10 плиток, иначе придется второй этот двигатель ставить. Нет, там вроде количество плиток. Нет, там 10 на 10. Если больше 10 на 10, то тебе придется 2 двигателя ставить, потому что он не будет его это адекватно двигать одним. Наверное, да. Если у меня вебка будет постоянно выключаться, ну, не знаю, что я с этим буду делать. Посмотрим уже. Ладно, все. Здесь такое вроде сделал. Так, захожу я в Рафт. Да. Захожу. Так, создавай тогда. Пароль там придумывай, не придумывай. Напиши мне его в Дейске. Я как только зайду, сразу экран врублю. Так, новый мир. Так, и тут у нас раньше такое, или было такое, не помню. Сложность можно выбрать. Творческий, спокойный, простой, обычный, сложный. Ну, я думаю, обычный. Обычный. Нет, сложности эти, они были раньше. Так. Хотя, подожди, инвентарь не теряется при перезапуске в простом, а в обычном чего? В обычном инвентарь, что ли, теряется?
Ничего не понял. Это сейчас даже вот так вот. Оп. Инвентарь не теряется. Может, а, может тогда? Имеется в виду, что, как сказать, не перед смерти? Ну да, типа здесь период такой веселый. Я, честно, хер его знает. Мы с тобой тогда, ну, в тот раз на простом играли. Ну, тут я даже не знаю, или простой, или обычный. Как будто бы обычный даже поинтереснее будет. Ой, бля. Ну, если поймем, ну, что, что делал Андрей, нахуй, значит, будем на простом. Так, Friendly Fire я не буду включать. Вот, опять у меня вебка ебучая выключилась, но пока без нее, значит, пошла на нахуй, блядь. Так, ладно. Фон Рафт. Так, ладно, сейчас мы пароль придумаем веселый какой-нибудь. Хуй кто отгадает. Устал я, кстати, картинку искать на превьюшку, потому что мало их хороших. Так вот сразу покажу, чтобы потом это не потерять. Так, я вот. Так, я запустил. В Steam у меня видимость включена. Ладно, давай в DS, хуй с ним. Ага, тут пароль палится, вот, да, значит. Вот, наоборот, вот так. Ага. Так, рафтик показываем. Эту хуйню закроем. Опа. Ой, инвентарь на тап. Ну ладно, привыкнем. Сенсу, кстати, не настраивал, ну. Так, я, кстати, уже я ее. А я бочку пока поймал. Значит, у нас будет всю игру терроризировать акула, бля. Это то, что я помню точно. Ну как терроризировать? Потом мы ее будем терроризировать, бля. Ну, там как ну, пойдет. Поначалу она нас, потом мы ее. Так, когда уже там. Осталась ли тема, что крюк. Да, крюк зацепляет, даже если ты просто его оставил на месте, как бы. Так, ты там, у тебя процесс идет? Да, 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 идет. Так, ну, пока половим. Инвентарь тап. Инвентарь, кстати, прошу заметить, небольшой. Ну, как старый добрый, блядь, без вебки этот. Как его? Начинаем. Ой, блядь, я упал. Попробую, ладно, включить ее. Ну, не знаю, что из этого выйдет. У меня, кстати, виджет чата отъебнул. Теперь на плоту. Пофиг. Вернуться к игре. Ну, кстати, реже стал отъебывать, честно слово. Вот только чат-бот стал. Ну, с той же периодичностью. Где? Все нормалек? 1.2, 1.2 слишком. Какой-то ящик, ебать. Его не было. 1.7. О, ящик нихера себе, тоже как бочка, понял? Так, тоже подкину немножко чувствительность. Так, тоже много. Так, и надо еще фова, мне кажется, добавить. У меня он максимально стоял, кстати. Он как будто знал мои настройки. Как будто мои старые он откуда-то взял. У меня же, кстати, старый рафт я не удалял. Он до сих пор есть. Там вдалеке я вижу остров бочком, если посмотреть. Ну да. Вот. Ну-ка, а вот эта тема еще работает? Так вот берешь, зацепляет. А, работает. А, типа быстрый этот схватывание? Типа да. Так, прошу заметить, вот круг. Круг, блядь, крюк ломается у нас. И что у нас еще происходит? Что-то я хотел на что-то обратить внимание. Крафт.
имеется у нас в игре. Ну, это понятно. А, значит, что бы нам сделать? Ну, с первым делом-то. Нас как будто к нему, к этому острову этот. Ну да. А предлагаю так, я инструмент нахуй, наверное, молоточек бы я сделаю. Антошка, Антошка здесь, а. Добре. То есть вылавливаешь всякую херотень, делаешь плот шире, больше, потом появятся двигатели, все дела, там грядка уже видно, есть маленькая. А тут зума случаем нет? Ну, должен быть, как будто бы. Ну что, птифайн поставим какой-нибудь? Так, мне игра сыпет доски с листьями. Нас несет к этому. У тебя камень есть? Нет. Откуда? Камень мы еще не добыли. У меня один камень. А. Падает, значит. С этих. Ну, из бочек, да. А так? А так нет. Ах ты ж скотина, блядь. Ты скрафтил, да, уже? Да. Да, ай, это, наверное, первым делом надо. Веревок у меня нема, но веревки крафтятся, я помню, из листьев. Было такое дело. А где они же, блядь, эти листья? Что у вас плод такой маленький? Да, мы ж только начали. Ну, да. Вначале-то вообще вон 2 на 2, потом вот я поставил, она начала грызть скотина, блядь. Так, а где эти листья переделать-то? Кто? Где? Ну, листья же надо переделывать, чини. Ну? А как? Открой просто крафт копья, наведи на веревку, нажми на плюсик, и все. Чем ты будешь искать ее 3 часа? Не, просто я по всем менюшкам пробежал, и нихера не могу, блядь, ну ладно. Так, все, сделаем копье. Поставим его на... Где оно? Наверное, на второй. Это на третий. Да, можно. Акулу можно. О, бочка. Заебись. Акулу, блядь, бы, я бы сказал, даже нужно. Жалко, что мы, конечно, остров проебали. Ну как? Я собрал один арбузик, один ананас. И семечко ананаса. Это нормуль. Так, ты мне напоминаешь, если что, потому что я реально... Не это, не помню ни хера. Вроде с этим делом получше. Я помню только, что из акулы падает 3 мяса и голова, и надо собрать только 3 мяса без головы, иначе акула зареспится через минуту или через 2, а так она будет аж 7 минут тусить трупом. Куда, да? Феноменальная память. Пустая чашка, пластик. Это базовый крафт. Это все вот это вот у нас базовые крафты. У нас тратится, есть полоска, значит, воды и голода. Да, да, Антонио, здравствуйте. И это все у нас дело тратится, ебать. Там впереди плот. Доплывем мы до него или нет, интересно. Так, ну я, наверное, я уже вот могу сделать гриль. Сделать? Да, конечно. Вот, а ты давай обреснитель тогда. Если чего не хватает, это ты меня спроси. Так, его потом передвинуть можно, да, будет? 100%. Угу. Так, ну я на целом. На целой этой поставлю доски. Вот так. Блять. Так, о, ачивка, Steam. Мы же в прошлый раз не через Steam играли. За сколько часов раунд проходит? А вот первый плейлист, и у меня там первый стрим типа почти 8 часов, другой, ну типа часов, ну, 20 максимум, наверное. Ну, это мы быстрые, кстати. Мы прям гриндили пиздец. Или как это называется? Наверное, да. Так, сделал я чашку себе. Чё там, на опреснитель? Да листья собираю. Листья, да? А у меня листьев тоже нихуя. Досок всегда как будто было нормально, потому что можно было этот... Как его?
Ну, сажаешь дерево, рубишь. Ну, короче, вообще прекрасно. Вот. Ой, веревок собрал, листьев. А, не падать. А, кстати, ноуклип работает, если у тебя не творческий? А, не, нихуя. Ну, мат на стриме будет умеренный, так сказать. Для связи слов предложения. А, два этих. А, ну да, он одноместный, поэтому 100% он нужен. Так, надо заполнить, наверное. Блять, бочка. Е. Положить. Сука. Е. А, вот доска. А, он одноместный, да? Да. Так, пока я... Налить жидкость, выпить. Не, выпить нам не надо. Выпить. Ой, фу, блядь, вылить хуем. Кстати, я видел похожую игру. Shunkenland называется. Как будто бы слышал, но хз. Вот затопленный плот, кстати, там лут в сундучке, да? Угу. Типа того. Вон еще остров, кстати, нас несет. Графон у меня, кстати, максимально стоит, игра мне поставила. Я лимит FPS уебал, и все нормально. Так, автосейв у нас. Сука, иди отсюда, нахрен! Скотина, блин. Не починил, что ли, его? Не, не чинил. Да ничего. Ах ты, сука, блин. Нихера коль течение, отвечаю, я или плыву, блядь. А, shift, точно. Да я веслом херачу. А, вон он уже, втихаря, мать. Весло сделал. Это правильно. Так, мне камушка не хватает, я топор захерачил. О, как раз плюс три камня. Потом будет армировано это, и она не сможет кусаться. О, блядь. Кусать эти. По звуку я вроде так настраивал, но на у меня... На, камень. Вы меня ориентируете. Каменный топор в любом случае нужен. Вот. Удочка. Так, ты свою воду пить-то будешь, нет? Потому что у меня тоже как бы... Так, давайте, да, выпить. Источение безводного. Так, это что у нас? А ты оставил на эту, чтобы посадить? Ой, у меня тут бочек. Блять. Че, кого посадить? Ну, чё? Вот эту херотень. Неа. Ну ладно, еще у нас выпадет. У меня единственный экземпляр был. Колда, вот колда, кстати, давно я что-то, я даже про нее вообще забываю. Ух, прям темно реально. Нам сейчас бы по-хорошему просто в остров врезаться, да и все. Вот, кстати, этот, точка, это показать скрытый интерфейс. Это вообще кайф. Так, я на стриме показал настройки, чтобы их не терять. Правильно, правильно. Так. Так, я выдвигаюсь. Нам надо дерево ебать. И в идеале семечку. Все, ты не уплывешь, да, отсюда? Все, отлично. Так, цветы были бесполезны всю жизнь? Ну, здесь... до определенного момента они бесполезны. Да? Они пока нам не нужны. Ну, у нас пчел нет. А, еще эти же были, да. Так, надо. Как будто. Бля, а, не, зажать похавать. Можно все. Окей. Бля, реально, а что если плод съебет? А мы вдвоем тут. То что делать? Ну все, пизда. Пойди вздыхать, да, и ты, наверное, на плоту появляешься. Он потихоньку, я тебе хочу сказать, сваливает от нас. Уже не потихоньку. Но я деревья всё порубил, как вот, которые видел. Какие цветы, блядь, пособирал. Да и хуй с ним, так сказать. У тебя 4 камня есть? 4, как будто бы много. Так, я тебя погромче сделаю, а тут что-то... Так, а скажи, что-нибудь это у меня полоска. 4 камня у тебя есть, нет? 4 камня у меня нету. Ни одного.
Хуёво, ну ладно. Кстати, игра довольно приятная, ну, а что ты хочешь? Вот когда шнур, прям хочется потише сделать. Сука, где это? Вот это. А можно прицел сделать так, чтобы просто точка была? Мне не нравится этот круг. Ну, я думаю, привыкнешь. Так, вот похавать бы, был бы заебумба, бля. А, я же могу эти кокосы съездить, да? Угу. Манговая семечка у меня имеется. Ананас есть, ебать. О! Медузы? Или что это? Кто это? Утоляет жажду и немного голод. Ну, прям на то немного. Чё-чё? Медузы. Медузы? Вижу. О, прикольно, да, их не было. Сколько я помню. Сколько они дэмэджа наносят, интересно? Сервай Фонда. Чё за давляна, Samsung аккаунт? Ах ты, сука. Ить, блядь. На. Чини сразу эту хуйту. Чини. Как ее чинить, бля? О, смотри, там эти. Нихуя сих летят. Они прям так красиво. Бля, как чинить? Молотком ПКМ выбираешь эту херню, там будет чинить. Чё-то такое. А, о, да, да. И чё потом? ЛКМ, наверное? О, да, да, да. Гений. Так, я предлагаю немножко, как будто бы еще бы один пластик, сука. Был бы вообще заебись. Еще бы два камня, был бы вообще заебись. Так, ну я пока не придрочился. Так, я схаваю ананас. На, жри. А что будет, если плод сожрут? Все, ГГВП, игра закончена. Новый ты уже не сможешь построить. Ребут игры. Всей вообще. Потому что вот так вот чисто на воде из нихуя ты не сможешь ничего построить. Так, ладно. Так, я все съестное, наверное, в одно. Этот семена, блядь. Откуда арбуз? На острове пособирал. Откуда ж еще? Так, приемник написан. Можете изучать. Угу. Где я чертеж выловил? Вот, сука, прикинь, только это, она мне сразу за яйца, нахуй. Коза, блядь. Два камня есть? Четыре. Дай два камушка. Так, колесо здесь. Колесо здесь охуенно работает, как надо. Какие планы по стримам до конца года? До конца года? Да хрен его знает, честно слово. Колду до конца года 100%. И кубики, наверное, начинать надо уже по-хорошему. Так. Предлагаю плот, как будто бы надо сделать шире. Да? Не? Или... Да, желательно новый поставить вот здесь вот, чтобы вот этот блок и защищали. То она отгрызет. А сколько максимум человек в копе может играть? Тебе честно сказать или собрать? Потому что если честно, человек 10, а если... соврать. Подожди, что? Если соврать человек 10, если правду сказать, то я в душе не ебу. Так, здесь у нас пресная вода есть. Ага, понял. Так, я бы сделал эту рядку маленькую хоть. Делай. Блять, опять он меня сейчас за яйца возьмет. Ебаный, Коль, не греби нахуй.
Да нахуй ты прыгаешь? Твари, блядь. Еще и вебка от боледуха тоже. Пару минут поработает, блядь, и выключается, скотина, блядь. Вот так, что, он закончился? Все, теперь можно спокойно лутать этот остров. Ты сделал якорь, что ли, одноразовый? Или многоразовый? Угу. Одноразовый. Так, ладно. Для многоразового нам еще далеко. Господи, блядь. Так, нормально. Ползем. О, вот это самый кайф. Блять. Манго, блядь. Это заебись. Так, у меня манговая семечка, кстати, уже и не одно. Вроде два даже. Три. Ты там что собираешь? Ничего не понял. Написано крюком. Как тебя крюком сломать-то, блядь? Зажать. Может быть. Нет, он на зажать он кидает его. В том-то и прикол. Пока им зажать. Че, в настройки что ли лезть? О, какой-то сундук. Блять. Ого. Поднял. Ебать, меня тут повалывалось, блять. Это хорошо. Я к нему, если честно, или что это такое? Там какие-то рецепты пособирай, да, выкинь их. Так, рецепты нахуй. Шарниры хорошо. Так, ну, такое ощущение, как будто я за инвалида играю, он бегать адекватно не хочет. Ну, научится. А, я понял, кажется. Чё? Настройки, управление. Вот, теперь надо shift зажимать, чтобы бегать. Да, ну, есть нажать, вот такая галочка. Подожди. Так, это что такое? Так, это что-то у нас неизвестное, что? Есть на островах, там медь, вот эти все дела. Вон, ну акула, блин, духа, блин. Меня уже зуб точит. Поэтому не хочется с ней связываться. Мы порубим. Вот это вроде последнее дерево на этом острове. Ой, бля. Так. Так, во! Все, вроде порубил. Отлично, теперь... Топор, кстати. Пиздец. Почти. Бля, как под водой теперь адекватно лутаться, скажите, пожалуйста. А как надо? Ладно, главное вот эту хуйню пособирать. Че собираешь? Водоросли. Не очкуешь? Они изменили иконку этого? Кислорода, что ли? Блять. Заебись, бин сработал только в DS, а здесь нет. У меня уже голодуха ебаная. Так, я съем этот. Я бы посмотрел, как вы вдвоем сиов играете. Хотя там где-то там четырем играть. Так, а как же большую грядку она что, как по рецепту или что? Или маленькую нас сейчас сделать? Она по рецепту, да. Надо верстак. Верстак? Что за верстак? Чтобы изучить этот. Ой, бля. А как верстак сделать? Ой, бля, я куда-то запутал. Даже я в пещере. Ага. Верстак. Где он, бля? Нету нихуя. Ну вон, рабочий стол. Полка. Сейчас найду. А, вот ресурсы, во-во-во.
Рабочий стол, точно. Ну что, надо замутить, у меня вроде хватает на него. Главное с этого острова уйти, чтобы у меня было 4 камня. Скоро акулей, кстати, пиздец. И вот пластика нет, это херово. Так, она джибейтится как по-старому или нет? Или она сейчас на тебя триггерит? Потому что если она на тебя триггерит, то это хорошо. Я могу спокойно добывать песок, глина, камни. Не знаю, есть смысл маленькую эту крафтить? Да-да-да-да-да, картошка, вся вот эта залупа. Где она? Блять, вот она. Я сейчас сдохну. Кстати, для Сабнатики он очень сырой. Он настолько сырой, что в это играть невозможно. А этот, чертежи их выкидывать или что? Да-да-да-да-да-да-да. Изучено. Так, ага. Чтоб ты понимал, Антон, допустим, садишься ты в этого, в циклопа. Вдвоем. Ну, вроде все нормально, бегайте. Как только один берет управление на себя, второго он нахуй в космос выкидывает или куда-нибудь по текстуры. Так что мод очень сырой. Так, в итоге, что я добыл? 8 камня, 2 железа, глина, 2 шарнира. Сколько? 6 пластика? Нормально. А, я же ничего ты не клал. Ты почини вот эту. Да у меня нету, ебать, пластика. Я починил. Так, я желтый цветок изучил. Он изучается. На. На, бери пластик. О, добро. Е открыть. Ну, ладно. Блять. Так уж и быть под... Сука. Я не туда кладу, да? Ага. Так, положим вот... Блять. Оно на всех, да, изучается? Любые да. вещи? Это есть... От, блять. А это да че ж мы, сука, сбрасывает с плота? Это мне не нравится. О, средняя грядка. А маленькая она что, один слот, что ли? А в средний 3, да? Или как? Что-то да, такое. Да, по-моему, так. Так, у меня 23 листья, кстати. 23 листочка. О, Коля нам понаоткрывал, смотри, чё. Если пластик есть, можешь туда закинуть, потому что я пластик не закидывал. Так, давай попробуем. Так, закинул. Камень изучен. Гвоздь. Гвоздь изучил. Таблички. Сеть-ловушка. Вообще кайфы. Листь. Понял. Доска. Молчу. Блять, нужны веревки. Ну вот у меня листьев до хера. Че тебе там? Ок. Ну давай тогда. Так, ну эти 3 и еще 9. Блять, все равно не хватает. Ну а еще. А сколько? А что ты хочешь? Удочку. Удочку? Не знаю, как будто бесполезно, не? Ну, не знаю, я рыбу жрать собираюсь. У меня я почти при смерти. По еде. Да? Хочешь, я арбуз дам, блядь? Да, он тригенит мало. Не знаю, я вот на кокосах на арбузе, бля. Мне нормально. Вот пластик надо, чтобы вот это... фундамент делать больше. Так, это все, конечно, здорово, но хватает ли мне на
Не хватает. Вас понял. Сука. Какие-то емкости, ведро. А, ведро это нам пока нахуй не надо. А ты водоросли изучал вот там вот это? Угу, угу, конечно. А, я предлагаю сделать мокрый кирпич, песок, глина. Есть у тебя что-нибудь из этого? Как будто... Один песок, глины нет. Вот, надо бы нам этим вопросом это не откладывать. Полезная все-таки штука. Ну да, там плавильня делается. Плавильня, да. Во, как рыбка-то нормально регенит, слушай. Я только не помню, что здесь по броне в этой игре. По-моему, только кожанка была. Ну, да. Может, что добавили? Это мы узнаем потом. Ну, типа, нам спешить некуда. Тихонечку. Размеренно. Так, а как же, блядь, большая грядка-то, сука? Как же ее заполучить? Которая для деревьев чисто? Ну да, да. А вот что ты здесь по это, но не нажал вот здесь научиться? А, да? Я там, значит, нихуя не научился. Для большой грядки нам надо еще... Где она здесь? Это лужайка, это не то. Нам нужен болт. Болт делается из одного железа, насколько я помню. Угу. Железо это плавильня, плавильня это мокрый кирпич, все зациклено. Ну и в принципе все логично. Так, это ну, так у нас. Это, блять, конечно, цветы меня, да, подъебывают. Сундук что сделать? Бля, против течения, конечно, такой себе плыть, но остров нам нужен, извините. Бля, 8 пластика, ёбнешься, конечно. Как будто семена и цветы эти в пизду не нужны, да? Ну, я тебе говорю, пока да. Типа мы их найдем еще 1000 этих штук. А вот эти семена я все оставлю. Нормальные семена. Заебись. Только далековато, правда, против течения. Ну да, чё за подарок у меня какой-то, блядь? Как тебе открыть-то? ЛКМ изучено, флаг, спасибо. Топора у меня нет. Есть один камень? Есть. О, я, значит, на остров пиздую. Так а что ты ему не добудешь-то? Ну, все равно рубить. Ну, я чуть не вижу, где там можно добыть его. Блять, я опять цветы собрал. Так, ладно, это доломаем. Ну вот я даже не знаю, какое вот дерево прибыльнее. Кокос или манго? Кокос как будто более, больше дерева дает. Угу.
Мне надо бы, наверное, похавать, а то арбузом не наешься нихера. Можешь грядку среднюю сделать, а? Надо, можно. Можно, можно. А где она тут, блядь? Я скрафтил уже. Хлам доски, нормы. Так, ну вроде тут все, да, собрали, не? Стой! Я, кажется, помню этот остров, блядь. Я помню, где здесь сундук находится, плюс-минус. По-моему, где-то здесь. А где ты? Нет, не здесь. Ты камень, глину копать не будешь? Ты ж что-то там хотел? Ой, песок, глина. Найти надо где-то. Где есть? Да, вот здесь, в воде. Так не видно, бля. А-а-а. Ну да, здесь глубоко слишком. Так, ну хорошо, что по стене еще ходить можно, это вообще прекрасно. Сука, а ведь действительно. Так, ну вот я что-то сейчас нашел. Так, воздух у нас на начальных этапах нихуя нет. Медь нахожу. Пригодится. Тоже пригодится. Ох. Медь, кстати, да, она нужна будет потом. Отфризила, да и хлам тоже можно пособирать, блин. Мне главное 4 камня собрать, и отсюда можно сваливать. Чтобы на одноразовый якорь просто хватало. Тих, не задыхаемся, бля. А я еще и хавать хочу. Опять. Угу. Угу. Хорошо под водой кушать можно. Вообще кайф. Так, мне надо 100% на плоту похавать потом будет. Вот это похоже на железо прям. Блестит так, сука. А? Да, да. Ой, блядь, тону опять. Ёбаный в рот. Хорош тонуть, сука. В натуре. Как дурак, блядь. Давай, поехали дальше. Так. Так, вот эта херня нам тоже нужна. Я думаю, 3 штучки мне хватит, если на одну тратится по одной, то это заебись. А если на одну аж 2 надо тратить... Ну, Форест, вот эти вот штуки. Форест я нам приобрел, только хз, когда он будет и будет ли, но пока в этом году как-то что-то не планируется, мне кажется. Ой, блядь! Камень, что ли, бля? Сколько у меня камня? 6 камня, нормально. Ой-о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 й-
яйцо. Хоп, и, блядь, я умер, да. Ты на плод? Ну да. Стараюсь. У тебя сколько песка, сколько глины? У меня один песок и три глины. Шесть песка, четыре глины. На мана. Так, манга, блять, опять. Вот пить я вообще не хочу, ёпт. Угу. Кстати, в принципе, 40 тысяч битрейта, пропусков ноль. Конечно. А, кстати, Антонио, всё, это... Всё, погнали на остров, на плот, я буду на себя триггерить её. А ты за мной. У нас же ещё shift выключается, поэтому... Поэтому всё, я так и задыхался дико. Так, а рядка у нас там как процесс?
сука. А? Какой? Чё процесс? Грядка средняя. Ну, я ее скрафт куда поставить, блядь? Ты не знаешь, ставь куда-нибудь пока. Так, что посадить, картофель или свеклу? Картошку. Или ананас? А, или он там не вырастет? Ананас сюда не вырастет. Картошку, да? Понял вас. А, он на два слота. Еще поливать его? Ну, это хер с ним. Так, я полью. Улить лужайку. О, сразу два, это вообще прекрасно. Блядь, мне зубатка выпала. Положить чашку соленой воды. Все, изи. Антонио, слушай, оно там работает. Оно и у Коли такая же херня была. У него параметр стоял, который у меня стоял, блядь. Мы поставили нормальный параметр, и у него также битрейт вырос. Ну, возможность ставить больше битрейт появилась. Так, блядь, где это находится, сука? Вот что я не любил в рафте, так это искать вот эти крафты. О, Сабзира, здорово. Да, давно я его не видел. О. Сука. Теперь еще за чайками надо следить будет. Они ж прилетают. Сука, еще не люблю, когда в рафте, блядь, ты ни хера не попадаешь, блядь. А как давно здесь садиться можно? О, ты уж кирпичи поставил? Угу. А чё ж ты молчишь? Да я так два поставил. У тебя песок есть ещё? Не знаю, сейчас я рыбу ловлю. Я не могу инвентарь открыть в этот момент. Кто? Песок? Ну, песок, глина. Составные песок. Части. Песок. Всё. О, смотри, плывёт, блядь, плывёт. Давай. Чё ты открыть вообще, нахуй? Пизглили. Песок-то подними. А чё, зря скинул, что ли? Я думаю, взял. Понял. А, я этот взял? Блять, где она? Визуально вот сложно ее найти. А, вот. Глина изучена. Блять. Песок. Тоже. А, его нельзя. Ладно. Ну-ка, кирпич не изучается. Хорошо. Что самое обидное, нам придется делать второй этаж, третий этаж. Хотя третий этаж можно не делать, но второй надо будет. Почему? Потому что антенны требуют высоту. Угу. Надо три поставить в разные места, чтобы была высота. Не, второй, он же еще почему второй? Потому что ж площадь, ты сам говорил. Угу. Вот. Ну в этом ничего такого плохого я не вижу. Блядь. Корабль, блядь. Блять, ну какой же я кривой. Мне вот в рафте всегда было интересно одно. Можно ли найти, допустим, хотя бы самый первый сюжетный остров, не скрафти, блять, антенну, не знаю, координат? Наверное, нет. Так, я у вас спешу рыбку, нахуй. Блять. Ну там вторая есть. Пиздили рыбку. Хочешь вторую тоже спешу, да? Да похер, я пизди. Я сейчас еще наловлю. Черепашка! Две О, черепахи. Две черепашки. Их можно запиздить? Понял. Они просто как декор плавают. Так, здесь Q. О, нормально. Рафт, кстати, я заметил, совмещает в себе настройки КС-ки. И Майнкрафта. Не замечал? Нет. Чуть за подарок, ебать. Какой-то стул, блядь. Видишь у меня в руке? Да, распаковывай. А как? ЛКМ зажми. А, от сука.
коврика, блядь. Собака, блядь. Блядь, я сейчас буду... Я, чтоб ты понимал, спринтовать не могу. Я не могу спринтовать, я не могу на плот попасть. Попал, попал. Потому что я... Оно меня, кстати, задемеджило, а я не спускался, понял? Если близко. Я от голода вздыхаю. Блять. Так, я сделаю тише этот эффект, а то что-то пиздец. Прям громко, да. А или это, этот? Ну ладно, все, оба параметра. Ну так, потихонечку подстроим. Нихера себе эта рыбка регенит. Да, хотел видос сделать. Ну, я думаю, я сделаю. От коматоза отойду, блядь. А то пиздец какой-то. Пока в рафте чилим. Не, слушай, удочка это хорошо. Ну да, походу я забыл реально ее важность. О, нихуя. И чё ж, как ее, как же ее делать у нас, эту плавильню? Плавильня. Гвоздь, сухой кирпич. 6 штук. Хлам. Понял. Так, ну только кирпичей не хватает, по сути. Угу. Не, ну Сэм еще не кончился, но коматоз лютый. О, куда у нас верстаки позаботился. Неплохо. Каком верстаке? Ну, это им, точнее, о сундуке. Так, моллюск, я помню, для этого, что ли? Гнезда? Угу. То, что надо. Сейчас с кайфом. Так, надо не... Да, я вот как раз ДНГ планирую вообще не пить нихера. Потому что что-то сильно. Да, я думаю, можно. Че ж нельзя? Урожай написано. О. Ой, урожай. А, ну все. Я посадил. Вот, ты полил. Это дождь, это не я. О, неплохо, неплохо. Там как раз ровно на НГ и осталось. Чуть больше, типа 0,6, 0,7, ну 7, наверное. Так, я нас рыбку тоже опять пизжу. Ну, нихера, нормально реально установит. Тиладе что-то какая-то. Подарки. Откуда же подарки? Роза. О, так не раньше из этих... не было. Из бочек. Так, мокрый кирпич, понятно. Пластиковый крючок, понятно. Что же я искал? Что-то я искал такое хорошее. А глиняная миска, она была до этого? Да, она была. И что же... Чтоб козу, молоко, что-то такое там. Не, ну это ведро вроде, не? А, ведро. А, ну суп какой-нибудь, если ты сделаешь вот по этим рецептам. А, ну, да. Да-да-да. То, скорее всего, оттуда. Что-то островов нет вообще нигде. Стол, не стул, вижу, полка, плыть. Табличка, календарь, флаг, часы, коврик. Часов вот я не помню, не припомню. Это ладно. Пластика вот опять. Дефицит, что ли, блять? Блять.
Эй, бля, иди нахуй, у нас тут редко, бля. Сейчас я попробую починить. Как ее, бля. Починил? Угу. Здесь 90, это окей. Здесь 65. Сухой кирпич. Пока не будем поднимать. Я думаю, с кроватью можно не спешить. Потому что спать ляжешь, все пизда тебе. Ой, от голода сдохнешь точно. Ёбаный насрал. Да, кажется, не время спать, бля. Время собирать ресурсы. В дальнейшем, конечно, сундуки будут отсортированы, это, блядь, сейчас на первое время. Да сейчас и нету, не и нету слова сундуки, есть слово один, блядь, сундук. И то это даже сундуком сложно назвать, это говно какое-то. Ловишь, жрешь, блядь. Уважай будет, нет? А, я хотел забыть с вот этим вопросом. Да-да, это вообще хорошая штука. Чё там? Да вот эту херотень поставить. У нас вперед, где вперед у нас? Пока у нас не негде перенуть. Здесь перен будет. Думаешь? Да. Че, может тогда и парус еще скрафтишь сейчас? Не, пока не. А где он? Парус. А-а-а. Площадь больше бы сделать чуть-чуть, а то мы ёбнемся с этим парусом. Мне пластика, я, в принципе, уже не могу этим вопросом заняться. Ой, тут 65 здоровья. Какой закатик розовый. У меня сейчас крюк сломается. А у вас нету пластика? Есть, есть. А он вам нужен? Ну уже нет. На, я скину. Сейчас. Вижу. Вот и крюк сломался. Так, вообще в идеале... Ты кого клюешь тут, ну, блядь? Вообще в идеале, по идее, чтобы нечетное было количество этих как его? Ну понял, да? Пол. Он был центр. О, ящик, блядь. Я смотрю, ты уже прям приноровился, да? Да нет. Так, ну тут чисто X2. Реально. Чё X2? Ну это. Прибыль, блядь. С картофеля. А. Build 10 food annotations. Да. Понял. Ой, можно ЛК. Сука, еба! Сучка моя, блядь. Ладно. Бля, проблема в том, что если мы даже убьем акулу сейчас, мы все равно не сможем ее мясо пожарить.
что там, ловушка ты хоть... О, нормально. Прибыль, блядь. Так. О. Я подбираю. Два мяса. Три. Главное, голову не забирай. Ай, забрал. Блядь. Первое. Трофей, нахуй. Потом этот, в био эту хуйню. Бля, в натуре я такой косый, е-мое. Так, листья бы мне было бы неплохо. А, не, Коль, можем приготовить. А, на этой можем? А, ну тогда с кайфом. Я думал, они типа здоровые, нужно этот. Ну, я тоже так думал. Да, я вот пить хочу, пиздец. Или и листьев мне бы. Сори, если я там редко чат смотрю или там все остальное, хотя, ну, потому что тут реально интереснее геймплей. Ничего не поделать. Ну, я так посматриваю, поэтому у меня вот именно в игре продуктивности меньше. 100%. Так, акула, акула сейчас все равно нет, поэтому... Опа. Ух. Вот тебе парус. Нормально. Сейчас мы еще там потом бомбу... попить вообще с кайфом. Хорош кашлять. Только его надо бы не сюда немножечко. А куда? Ну вот чуть-чуть поближе, потому что чтобы акула не смогла сгрызть. Сучка, блять. Так, я чисто перышки. А, не, и эту собрал курочку, бля. С кайфом, чё? Ну, более ресурсоэффективная, я помню, большая эта, да, штука? Печка, блядь. Как, да, конечно, она сразу по три хуярит. Да. Так, ну вот как раз там монстров, да, кирпичи сухие можно заделать как раз. Надо залутать как можно больше. Еще я хотел сделать вот эту штуку хорошую. Где же она? Блять, места нет вообще. Есть такое дело. Вот одного на опреснителя, кстати, опреснителя на двоих хватает, да. Самый кайф это, конечно, солнечный. Вообще другое дело. Так, урожай у нас. О, Саня, салам. Ну, с парусом повеселее, да, как будто? Да, да, да. Ваня, привет, Ваня, тебе привет. Вот Саня. Да, и вам здравствуйте. Ладно, я пока на острове. Ой, на плоту. Блядь, да ёб твою, блядь. Вот, а, надо спамить, я понял. Чем ты там спамишь? Пробел, чтобы залезть. А чё же он...
книгу надо навести себе, потом, блядь. Так, это все, конечно, хорошо. Это мы вот так вот делаем, это сюда. Это, я знаю, поломается, блядь. Все, с кайфом. Доска валяется. Да ёб, у меня проблемы реально залезть. Глина. Три камня. Раз. Да блять! Акула, иди нахер отсюда, сундук. Места нет. Железную руду не могу забрать. Я сейчас сдохну. Ты мне можешь перья скинуть, если есть. Ты это нахуй с пляжа. Свекла у меня даже есть. В принципе, сколько по времени она будет грызть эту херню? Какую? Наживку. Не знаю. Думаю, шакарочка съесть, кстати. Ну, у меня почти фул по еде и по воде. Понял вас. Что, она кусается? Кто? Акула. Конечно, кусается. Так, нахуй. Ну и чё, все доски потратил. Так, я вижу песок. Блять, дышать. Тебе нормально? Нормально. Если она хотя бы на минуту отвлекается от нас, то это нормально. Как-то вот прям рядом с ней не хочется даже появляться. Задыхаемся, я понял. Если туда. А, блять. Ну, короче, плюс-минус минута, да. Две, может. Ну, больше я минуты понял. 100%. Я понял. Кстати, остров такой ебучий. Нихера тут нет. А, все, кончился. Ты про что? Что кончилось? Ну как это? Приманка? Плод. Я ж когда рыбачу, блядь, я беспомощный. Так, я не знаю, я вот только одни камни пособирал, блядь. Я не знаю, я песок пособирал, глины я вообще не видел. И один песок вот я. Блять! Места нет, нихера, сухой кирпич.
изучено. О! Так, у меня два сухих кирпича в инвентаре. О, ёптать. Нормально. У тебя сколько? Ноль. У меня глины нет. Ладно, напиздел, есть. Сколько? Пять. Надо еще с этой стороны поплавать, по-хорошему. Ты придешь ко мне? Потому что тут тоже что-то, что-то да есть. Угу, глина, найс. Давай попробуем. Хотя акула сейчас у тебя, может быть, ты лучше на плоту побудешь, пока я тут. У меня как бы наживка есть, чтобы отвлечь ее. Как бы вдвоем всяко быстрее. Ну, сучка меня укусила, бля. Так, давай на камне. На камнях можно стоять. Где? Сука, где она? А что ты хочешь? Кинуть эту хуйню. Блять. Вот она. Пиздовали. Песка вижу много. Что-то меня хотел укусить, но что-то не получилось. Я тебе что, зря кинул, что ли? А вот глина вижу. Да, блять, нахуй он меня кусает, падла, блять. Это медь. Найди к этой, к наживке. Подожди. На стенках острова тоже иногда спавнятся ресы, руды. Спасибо. Вон у тебя лежит, блядь. Блядь, она меня еще раз укусит, и мне пиздец будет. Все с кайфом. Медь тоже нужна. Приемник, антенны. Что-то кроме камней я ничего не вижу, бля. Честно слово, бля. Вот сюда давай ко мне, у меня тут есть. А где же здесь сундук находится? Или он не на всех островах? Угу, вот еще. А что, хлам не собираете? Я собираю. Я нет. Я его игнорю пока. Ну, хлам можно выловить просто. А вот песок с глиной вряд ли можно это сделать. О, я босс понял. Ебаный рот. А, тьфу, сундук я же залутал уже, блядь. Дебил кусок. Нормально. Нормально, у меня песка не хватает, ну и ладно. Сука. Скинь мне все, что у тебя там, глина, песок. Что осталось? Что тут еще коцаное? Вот это коцаное. Глина, песок. На.
Так, у меня два кирпича в инвентаре сухих. Здесь 8. Так. Для этой ебалды надо 6. Ну, хватает. Так, 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 так. У тебя листья есть? Или 3 веревки? Веревки есть. 3 есть? Да, на. Все, блядь, с кайфом. Во, вот это я уже понимаю. Другое дело. А где картошка, блядь? Я что, не сажал, что ли? Это пресная или это соленая вода? Соленая. Что это за кнопка? Понял, без кнопки без описания. Сам догадываюсь, что они делают. Так, я коплю на эту штуку, блядь. Снять ловушка, блядь. Так, и надо бы цветы эти наши, блядь, полить под названием свекла. Подожди, это... так, по-моему, можно, да, крафтить? Да, так можно крафтить, отлично. Ничего не надо к себе в инвентарь перетаскивать с кайфом. Как? Да если в сундуке оно лежит. Главное сундук открыть и начать что-нибудь крафтить. Угу. Блять, вот ненавижу эту игру за это, что тут, блять, хуй чё найдешь. Именно вот здесь вот, блять, это запоминать, это долго. Да найти можно. Да не, я просто помню в прошлый раз, сколько я с этим мучился. Ты если воду попил, ты это... налей туда соленой, чтобы она прокипятилась. Ну, бывает, забываю. Это сюда не подходит, лосось тоже не подходит. Понимаю. Нам надо будет стекло. Ой, ну да, стекло. На этот. На хороший опреснитель. Это да. Так, ну вебка, кстати. Блять, копье сломалось, сука. Только хотел скрафтить. У меня досок нет, нихуя. Ну вот в сундуке есть. Чё ты паришься? Да я его даже не открывал. Угу. Доброе, доброе. Пришлось мне один шарнир, конечно, потратить, который мы из бочки выловили, но все же. Все нормально.
Бочек поебать сколько. Посылочка. О, нихуя. А чё ж ты нет, не сообщаешь реально? Чё, ты про чё? Ну что ты вот такие вещи у нас делаешь? Крафтишь? Нормально, печёт. Сейчас надо как минимум всего по одному там испечь, чтобы, блядь, хотя бы крафт изучить. Потом этих листьев ебать сколько будет, я уж. Потом листьев, да. Сейчас это переплавим, потом. Потом железо, медь. Чтобы это был слиток. Что еще можно? Ну и пока все. Медь сюда. Ласты. Это у нас Коля переплавил. Это Коля нас переплавил водоросли и с помощью что там? Сок лианы получается, если водоросли переплавить. У тебя песок остался? Да. Именно. А, отлично. Блять. Ну ладно, там остров. Хорошо. Говорится, хочешь заинтриговать, нахуй завтра расскажу. Я видел то, что мне. Ебал мне камней, лол. 22 в сундуке. Интересно, есть смысл ЛМК съем? А если пожарить реально, то что, прям сильно добавится? Ой, так, соленую положить. О, блять, а карачук прям вообще регенит, я тебе скажу, дай боже. Ебать, заживем, чувствую. Чё там? Так, а чё там ласты? По ластам у нас стоит вопрос. Ну да, неплохо. Так, кирпич положу в этот маленький. Угу. А что это такое у нас? Опять камень какой-нибудь ебучий. А, не, глина. А, ну, в принципе, уже в этом нет смысла. Железо, медь, вот это надо делать. Водоросли. Не, почему? Почему? Глина нужна. А, зачем? Еще одну эту поставить. Нам же одной мало будет. Ну как, можно и с одной справиться, но просто с двумя быстрее будет дело. Потому что и где-то на одной водоросли, на другой металл жарить. Я помню, у нас 4, что ли, стояло там? Не, у нас 2 стояло. Может, 3. Нам же не нравится, когда долго. Кусь. А, у меня круг сломался, блядь. Понял. О, бутылки.
Хорошая вещь, кстати. Выбрать наживку. Чего? Наживки появились. Батарейка у нас. Медь, коли изучил. Какой-то спинран получается. Почему? Деревянная блядь. Ванна, блядь. Что за хуйня? Улучшенный гриль, болт, уф. А это у нас Коля изучил железный слиток, как я понимаю. Да. Так, стекло, да? Чё-то я не могу найти, знаешь чё? Чё? Где этот, блядь, крюк ебучий? Блядь, да ну нахуй, нет листья. Чего, блядь? А, вот он, господи. Бля, у меня пластика нема. Там было, о. В сундуке посмотри, может есть, да? Класс, класс. Это ты чё плавишь? Песок. О-о-о. Так, ну я скину глину с песком. Где эта хуйня? Сундук. Вот она. А, понятно. А, и медь скину. На похер. Чё, насобираем еще на одну? Хотя, мне кажется, песок сейчас лучше не тратить, из него стекло. А стекло потом это опреснитель сразу хороший. Стакан. Стакана налить, раньше не было. Налить. Я тебе, блядь. Так, чё, я какой вопрос? Выкинул. Песок нужен. Ну ты там что-то или-или. А, ну типа, насобрать, чтобы еще одну скрафтить, или, блядь, песка насобрать на опреснитель нормальный. А есть нам уже нужно... крафт его? Да, нам нужно всего лишь 4 стекла. 6 пластика, 8 досок. Ну, короче. 4 ну, песка я нам надо. Я бы сначала опреснитель, а потом уж все остальное. Угу. Ну, типа, давай тогда песок. В любом случае фармить. Блять, а вот она меня пиздит и пиздит, пиздит и пиздит. Я картошку соберу, блять. Заебену, блять, падла, блять. Но она сейчас на меня затригерилась. Так что можешь спускаться, она пока на меня агрится. Я ее плюс-минус помню, конечно, как мансить. Но, блядь, видел бы я ее еще. Ага. Так, да, ну под водой я бессилен, потому что я выпрыгивать не могу. Не напасешься. О, тут прям глубоко снизу. Я прям глубоко-глубоко. Вообще, по-хорошему, надо плод больше уже делать. Потому что у нас сейчас дохера что будет. Ну, сейчас сделаем. Как раз вот опреснитель нам будет дерево экономить. А угу. Вторая печка будет еще больше шхавать. Блять, я ж глубоко сейчас долго буду вылезать, не мать, не умирать, сука. Чё, у меня хп вот реально так мало, кстати. Блять. Все, один укус, и я труп. Ну его нахер. Ну его нахер. Мне нравится то, что плот максимально близко стоит к костру. Да. Ой, потом еще надо будет болт создать столько, сколько у нас пооткрывается и этих. И металлическое копье, блядь, иди ты нахер. Давай не живет, иначе хуй. Да я, блядь, нажму, оно не работает. Так, я предлагаю подрегениться.
и еще потом пойти сплавать. Или мы его нахер уплываем? Да не, поплавай. Че тут? Пока еда есть. Тем более жарится. Получается, мы опреснитель, да? А потом уже и... Гриль, я думаю. Ну да, я бы сделал опреснитель и грил. Гриль, блядь. Вот эти мелкие убрал к хуям. Наверное. Ну да, да, да. Вот. А вот большая... Как же большую грядку сделать? Чтоб дерево? Я же тебе говорил уже, по-моему. Может, я нам забыл. То ли болт надо изучить, то ли еще что-то. А, ну это надо сделать. Болт, наверное, да. У нас есть? Металл, бля. Прям просто легче делать будет. Ну и дерево. Да, будет. Нам нужен болт. У тебя есть две веревки? Ладно, я скрафтил. Чё, я могу кинуть наживку, и мы пойдем. Ну, подожди, я пока копаю нормально. А, вот, пока... Не, вот уже не нормально. Так, я выплываю, нах. Ну чё, пойдем копаться? Бултыхай нормально, где, бля. Где-нибудь вон там вот. Я кину, подождем, пока затриггерится. Да и свалим вниз. Или вот здесь. Вот я не знаю, мне в стакане, в смысле, выпить, блядь, если он пустой. Куда, как понять мне, какая вода? Инвентарь открой, наведись. Пустая чашка, он мне говорит выпить. Гений. А, ну да, у меня тоже пишет. Это типа так. Диссонанс, ебать. Ну. Чё, пойдём? Ну, пошли. Где она плавает? Да хуй. Сейчас я ее на себя загру. Она плавает там, где мы в воде появляемся. О, рыбки. Вон она справа, сзади. Справа. Стой, не иди, она сейчас же на тебя агрессирует. Ну все нормально. Потому что в прошлый раз и что-то у нее не получалось. О, водоросли, кайф. Да, надо водоросли собрал. Пособирать, надо всю вот эту херню убрать. Вот камень что-то не хочется мне собирать, ебать. А зря. Мы останавливаемся благодаря камням сейчас только. Ну как же сделать, чтобы мы без них справлялись? Это, во-первых, надо плот побольше. Ты помнишь, наверное, насколько многоязовый якорь места занимает много. Ну да, он. Надо 3 на 3 ебать ему. Или 3 на 2. Поэтому. Глину тоже пособираем, лишним не будет. Слышно, как наш плот. Или это якорь так звучит. Что звучит? Ну вот я под водой и у плота рядом, и он так стучит, короче. Блять, я сейчас сдохну. А оно тебя моментально убьет, если у тебя кислород закончится, или у тебя будет хп просто убавляться? Потихонечку хп будет уходить. А, ну тогда нормально. Ну как потихонечку? С нормальной скоростью так. Жить можно. Так, еще песка добудем, хотя у меня уже 10 штук. Так, это ебанашка у плота. Угу.
Так, стекло я взял. 4 стекла не купили себе. Нахуй ты жрёшь, блять, этот блот. Скотина. У меня 3 уже есть. Ну чё, скидывай стекляшку. Я и в воде раза два уебал. Нормально, я только что задоджил её вообще случайно. Давай стекляшку. А тебе надо чё? Давай стекляшку. Оп, душевненько. Ну, 4 надо. Чё она? Так, давай посмотрим, что там нужно для гриля. 2 железных слитка, доски, веревки, гвозди. Хорошо, сначала в принципе, болт. Железо есть. Железо есть, это есть. А, я забыл. Железо маловато. Что, у меня вебка сдохла. Ладно, железо уже не маловато. Вот так. Живем. Так, ну, так, сейчас я скину весь свои пожитки. Глину, песок и медь. Игрик. Подожди, Игрик. Ух, ебать, как удобно. Игрик. Че, Игрик? Сундук открой, нажми Игрик. Рассортировались твои вещи? Ну так себе. Не, ну как? Понятно, что нормально. О! Так, а медный вот слиток надо вообще? Че, нахуй он нужен? Он нужен, нужен, нужен. Схемы, Ваня. А, не зачем. Ну я в сундук положу. Вы там разбирайтесь. Че, поплыли отсюда? Чека, ну, да, наверное, да? Это всего лишь глина. Вот это я понимаю другое дело. Ты уже пил запреснителя? Да. А то я смотрю, что-то мне, блядь, 2 чашки только хватило и все. Я 3 выпил. Ладно, сниму я эту голову акулы, конечно, с видом от третьего лица прикольно побегать. Но уже что-то такое себе. Да, еще на Ай начну, на это открывается. О, 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 это в ВПС-ке, смотрите. В чем? А. Я на это. Блять. Я налил? Не вижу. А, Б. Третьем лице. У нас досок мало вообще, ужас. Ну что там по болту, как обстановка? Лается? Ну, ты доски туда не закинул, когда железо поставил? Я железо не ставил.
Я вообще туда ничего не кладу. Ну, да? Точнее, мы не следим за тем, что доски были. Оно просто стояло так, наверное, минут 5. Блять, а вот если он опреснитель сломает, это будет херово. Надо чинить. А надо... Надо не чинить, надо железом распарниваться жестко. А так чинить надо, да. Так хочется тебе прямо эту грядку сделать большую? Конечно. На, ебать. На еще вот это вот. Так, ну с гвоздями понятно, вопрос решаемый. Гвозди есть. Веревки будем. Будет. Веревки будет. Дерева нет, нихера. Доски, болт, да, и эту херню еще плавить, блять. Дерево, дерево. Да, надо лутаться. Еблом не щелкать. И лутаться. Ты палил уже? При мне? Дождь, Ваня, дождь. Да фак ю, блядь. Ебливый дождь, блядь. А мне вот интересно. Нахуя стакан нужен? Сок внутри, а снаружи стакан. Чего? Из одного крафтится сразу 4 штуки. Бутылка, понятно. Так, чтобы нам продвинуться по сюжету, нам нужно будет вот эта хуйня. И где? Нам сейчас надо не продвигаться по сюжету, а... Где? Продвигаться на расширение наших... плота и количество ресурсов. Ну, чтобы не быть в дефиците постоянно. С досками там, со всеми делами. А то оно и сюжет. Изучено. И сюжет нахуй не будет нужен. Ну да. А, ну да, вот эта хуйня нам нужна будет. Титановый слиток. Здесь есть титан. Нормально, ну кожаная бронька, да, я тебе, блядь, сейчас. Чё, как, на час пропал почти, ну да. Да чё, нормально, чё? 41к нормально держится, если ты не слыхал. У меня всё ломается, дерева нет нихера, куда оно у нас ушло всё? Тебе хавать не надо? У меня половина. Понял. Сейчас у меня половина. Андрюха звонил. О, чё, как он там? Этот слон. Я, кстати, что заметил тут? Теперь, если ты воду наливаешь... Раньше она на ПКМ сразу выливалась, а тут теперь тебе надо зажать чуть-чуть. Переплавился, Коль. Забирай его нах. Медсанчасть, кстати. Я тебе скажу, так она везде. Это везде, так это да, я даже не удивлен. Так, а чё мы сейчас... Железо зачем? Гриль? Гриль. Да. Это надо. Гриль, гриль. Вот только что видел крафт, вот он, блядь. У тебя есть одна веревка? Да. Спасибо. Блять. Так, а где же этот блядский гриль опять? Ну да, когда много вещей появляется. Нихера не понятно. А, вот он, вот он. Их там. Иногда отправляют в мусор. Ну, первое время, да, тебя отправляют, потом тебя хуй кто куда отправит. Иногда выбираются в город. А, ну, бля, если так, то нормально.
У меня сейчас крюк сломается, блять. Этого нет, пластика нет. Ладно, напиздел есть. Копья нет на него. У тебя копье целое? Угу. Главное голову не забирать. Я 2 мяса собрал. Я тоже 2. Все. Ну ее нахер. Теперь нам на как можно быстрее надо приблизиться к тому острову, чтобы нормально полутаться. Весло бы. Че же оно такое? Автосейв. Но нету, блять, веревок нет. Что печально. Опять картошку положил, доски не закинул, чтобы оно жарилось. Нормально. Не, я это... Ну да. Не, иногда я специально не кладу ничего. Телок. Можно смешивать ингредиенты и приготовить прекрасную еду. Она, конечно, там какие-то бафы дает, типа, но... Ну это потом можно, спокойно, в принципе. Уф! Нихера себе! Я лучше туда поплыву, блядь. Да, большой, сука. Они везде, Антон, понимаешь? Ты от них никуда не скроешься. С ними главное не связываться, блядь. Ой, только знаешь, в чем проблема? Там, блядь, птицы летающие, которые будут нам мешать камни скидывать на нас. И там кабаны будут. А, которые, да? Будут нас дамажить, да? Заебись. Это то, что я хотел. А можно чуть-чуть побыстрее плыть? Как бы у нас ни досок нет, мы все, мы на мели, бля. Гриль, железо есть. Гвозди будут, похер. Досок и веревок нет. Зачем тебе? Че? Посылка какая-то. Ваня, на гриль. Мы собираем на гриль. Запомни, гриль. Ты запомнишь? У меня есть одна доска, 9 листьев и одна веревка. Попроси Ваню сказать эту фразу, у него охуенно получается. Я не знаю, у тебя Twitch подрублен, нет? Нет. Он тебя просит фразу сказать, меня Мага зовут. Так хочется. Там какой-то домик. Возле дерева. Ведьмы, бля. О, Large Landmass. О! Я рубить дерево. Давай. А вон эта и птица большая. Ебливая. Ну там нужно нормально так пролутаться, кстати. Угу. Это вообще охеренно. Меня Мага зовут. Меня все знают. Это я в наушниках был, я себя не слышу. Полностью магазин, блин. Угу. Чё это за херня? Тут музыка играет. Здорово. Нихуя себе. О! За что? А ей пизды можно дать? Или только ее можно в это, да, поймать? Ай, блядь, сука ебаная, блядь. Птицу? Не-не, вот это, антилопа ебать. А, ее можно поймать, да, чё. Или пизды ей можно дать. И это тоже.
И это тоже. Прессованный мусор. Сучка, иди сюда, блядь. Я тебя сожру, бля. Иди ко мне, бля. Я тебя буду, бля, бум-бум-бум-бум, бля. Ай, блядь. Сука, вот бегает балядина, бля. Куда гонишь, бля? Сука, с этим копьем, блядь, ебаным, ебать, колотить, блядь. Ты лучше попытался бы птицу захерачить. Сука, балядская, блядь. Сейчас ей тоже пизды, да, блядь. Давай, ладно. Давай. Давай, блядь, на развороте её надо ловить, эту скотину, блядь. Сейчас мы её, блядь, чихпых, блядь, будем бум-бум, блядь. На, скотина, блядь, на, скотина, блядь, на, скотина, блядь. Три раза, блядь. В итоге пять. На, блять, не попал, попал. Блять, она сдохнет когда-нибудь, пизда, блять. Ебаная в рот, бля. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда, куда, куда? Куда, блять? Что у тебя там происходит? Иди сюда, бля. Сколько ж можно, блять, за тобой бегать, бля. Ты меня надоел, бля. Кеша, блять, отстань. Я увернулся. На, сука, бля. Он кинул вот сюда. Может, она бессмертная, бля? Я уже, у меня сейчас копье ебнет, бля. У тебя просто копье слабое, давай начнем с этого. Да я уже и устал, бля, пиздить, бля. С 8 мне вхуйнуло, бля. Не попал. Блять, сломал копье, блять. Я за тобой приду, бля. Так, три камня мне надо. Я иду, бля. Слушай, я хочу тебе сказать, что мне повезло. Мне с сундука дропнулся железный крюк для мусора. Заебись. Копье бы упало, бля. Было бы неплохо. Как крафтить там? Где наш плот? Да хуй его знает. Как открыть? А, инвентарь. А, нашел. А, ну я помню, примерно он там. Так, копия, копия. Комбат. Веревка 3. Есть. Два копья сделаю. Пиздец ей, бля. Да, баран, успокойся, бля. Ты. Ебаная, бля. Чё за чунга-чанга бежит, бля? Сейчас я её, бля, пум-пурум, бля. Ебанашка, бля. Умрёшь, бля, нет сегодня? Может, она в натуре бессмертная? Да не должна быть. Да и умри ты, бля. Я уже устал тебя пиздить. Я если начал, то всё, меня не остановить, бля. Вон он, блядь, гоняет. Гоняет волосатого, бля. Ушастую, бля, скотину. Сейчас я ее, бля. Сука. Давай, бля. Давай, бля. Давай, бля. Блять. Застрял, сука. Подожди, Коль, мы не уйдем никуда, блять, пока скотину не убью, бля. Ладно. Ну, за не бегать, я, бля, в принципе, никуда и не тороплюсь. Но тут лопата нужна, например, уже. Сука, блять. Да чё, корный, блядь. Чё, корный бабай, бля. Ну сколько? У меня уже... Это. На, бля. Так ебать маньяк, бля. Кстати, нам повезло, здесь кабанов нет. Убил, Коль. Только с него дропа нет. Хули толку, бля. Пойду птицу пиздить. Копьём, бля. Ну а ты что за дела, ебать, Коль? Так нихуя не интересно. Я понимаю, что ее можно, наверное, подстричь, не? Да. Нет, падла, блядь. Хоть с нее дробь будет, я надеюсь. Ах ты, сука. С нее, да. Перья, мясо. Блять, я уже жрать хочу, сука. Перья, мясо. Сейчас мы ее трахать будем, блядь. Че в домике было? А ты можешь прийти. На тебя летит камень, блядь. Да похуй. Можешь прийти посмотреть, там, в принципе, прикольно. Прикольно? Угу. Сейчас присмотрим. Весь еда. Два арбуза. О, давай. И два кокоса. Открыть. Кристо. О! Бизнес, бля. Не понял. Прессованный мусор. Не понял. За один прессованный мусор пластик. О, продать. О, можно рыбку продавать. Пиздец, кто же продает тут, блядь? Пицца, что ли, это, блядь? Из магазина заведует. Как же ее пиздануть, блядь, без лука-то? Мне кажется, без лука это Unreal.
Не, это Рил. Только заебешься. Давай! Я твой камень в рот ебал. Давай, давай. Криворучка, блядь. Ага, Сосамбо. Фамилия, имя. О! А, Зубенко Михаил Петрович. 10 рублей заработал. Вор закон. Да? Блядь. Где именно? Шумиловский городок. В кокосик, блядь. Мафиозник. Вот. Так чё, ты где есть-то? Тебе хавка нужна, спасибо. Нет? Спасибо. Я вот вначале тут, где козу пиздил. Спасибо. Пожалуйста, Антонио, обращайтесь. Блядь. О, я вижу, на тебя камень летит. О, ебай. Может, дерево пойти порубить? Полезное дело сделать. Я этим и занимаюсь, чтобы ты понял. Я просто бегаю, рублю деревья. О, ананас. Ну, я думаю, я выживу, бля. Подожди, слушай, это же остров большой, правильно? Айглобрюхи, они здесь водятся? Именно у этого большого острова. Поздравляю, ты развел меня на 2 доната. Омек, чтобы ты понял, кстати, справа в панельке не показывается вот этот твой донат. О, 20 рублей. А, Зубенко Михаил Петрович. Как надо скамить людей. Вор закон. О, 20 рублей. 30 рублей заработал. Шумиловский городок. Заебись, вода. Мафиозник. О, бля, с комиссией еще, бля. Спасибо. Молодец, спасибо, Антонио, да. Сейчас мы... Блин, ну у меня пол, у меня даже справа не отображается. Вот эта ебанистика. Как так-то? Не знаю. Бывает, зависает. Так, я вижу как минимум еще 3 дерева, которые можно спилить. Хавчик есть бы, да? А, у меня кокос есть. О, тут еще. О, Ваня, я еще одну козу нашел. Че, будешь за ним бегать? Не, нахуй она идет, бля. Пули толку. Ну, это так неинтересно. Нахуй, ну, как бы... Я раз 15 уебал, как бы, да? А толку ей? Похую. А Т? А что такое Т? Ёб твою мать. Okay, чё, ты открыл блокнот этот? О, ананасы, блять, Коль, это вообще нормальная тема. Да. Не люблю я по потёмкам, я на остров наш. Так, раз, два, побежали дальше. Я спилю все деревья, блядь, здесь. Ты что ли доски положил? Куда? Ну, вот, в печку. О, да. Акулье мясо, это нам надо. Ах ты ж, сучка, блядь, а. Иди пиздой сюда. Ой-ой-ой. Я извиняюсь, блядь. Так, что у нас там по железным слиткам? Как обстоит вопрос? 5 этих. Ага, так, а на чем мы на рильку насобираем? Рилька, где наша? Грилька. Блядь, не вижу. А, вижу. Веревка. О, Коль, можно скрафтить. Крафтить? Делай, делай, делай. Делаем. А когда не делали, бля, ладно, все. Чё меня спрашиваешь? Что, ругаться, что ли, будут за то, что ты гриль сделал? Конечно. Кто вас знает? Лучше. Чё бы выкинуть? Лучше спросить, чем не спросить. Ауф. Так, я даже доски проебывать не буду. Я на маленьких понял, все, дожарю уже. Че там, доски все прожгу. Че у меня не вмещается? Кокос. Дай хер на него. Ну, вроде все. Деревья все, как и мог, я спилил. Потратил я на это 2 топора, если честно. Заебись. Нет, вот еще одно есть.
Блять. Где же эта штука, бля? Тя, нет, я сделаю вот так. Где же эта шкатина, бля? А, о, плавили. Сухой кирпич, 6 штук. А у нас что, есть такое дело-то? Сухих кирпичей у нас нет, что ли, бля? Ладно, сейчас скрафтим. 6 штук. Там ни одного, что ли, кирпича сухого? Чё-то я вот не верю, нах. Ну ладно. Тебя нет там? Так, нет. Надо сначала пойти все выложить. Коля. Чё говоришь? А. Сухой кирпич. Нету. Понял, воспринял. Так, у нас песок есть, глина нету. Сейчас. У тебя остров под жопу, иди копай. Я тут своими делами занят. Государственные важности. Сука, ты чё жрёшь, блядь? Картошку мне нахуй сажал. Ну, кстати, грядка больше прибыльна, когда как бы она ради этой утки, блядь. Чайки, ладно. Больше КПД, так сказать, толк, точнее, больший толк. Так, мне бы доску одну, было бы вообще прекрасно. Ну, ну, Иван заприватизировал нах. На! Тихо ты, не вообще. Бом-бом, бля. Еще одна лама. Где? Так, на опреснитель пока не наполнять. Почему? Потому что я юбит это ебать. Я экономлю воду в океане. Красные ягоды. Че, хавать можно? Кушай. Вкусно. Но не ядовитый написано. Я же говорю, кушай. А чё их выкинул? Кушай. Да я съел, нихуя ничего нет. Ну как? Поднял этот. Вот это тут виды, конечно, прикольные. Сука ебаная, блять! А чё, её деревянный не ваншотишь, что ли? Кто, кого? Ну чайку, блять. Да вы заебали жрать, блять, мои вещи, блять. Скотина блядская. Ладно. А сейчас ночь наступает только или? Я что-то не забыл. Сейчас утро будет. Ага. Вот здесь я вообще нихера не вижу. А, кирпичи. Чё тебе там надо, глина? Или песок? О, сейчас вам сообщу. Глина. Глину надо. Ой, слушай, железным этим так быстро все копается. Да. Я и камушек пособираю, и стекло, ой, и песочек. Вот еще глина. Просто глиномесим. (Клышко)
Да эту хуйню тоже пособираем, понадобится. Потому что я хочу скрафтить вот эту вот хуйню. Только нет, нихуя не говорить. Ага, ага. Не режамаль. Чё, кого? Кого открыть? Так, ты про что? У него сейчас мы сделаем. Видел чайку, я думаю, я успею. Сделаю. Кого? Кто не работает, блядь? Так, сохрани мир. На всякий пожар. А! Чё там? Он теперь работает. Скажи, дядя Плюс. Бля, вот, Коля, у меня, кстати, это... Ой, да, тоже озвучивается. Да? Да, я выключил, понял, глазки, а они один хуй озвучиваются. Скажи, иги, ага. Вот это, что ли? И-а, блядь! Вот это, да, твое любимое? Так. А нахуй я сюда пришел? Че у тебя там, ну? Путешествие, что ли? Да я, блядь, плаваю. Я понял. Пока... А че нам ты плавить, кстати? Козу там пиздил. Железо? Медь. Железо, медь. Так, ну железа у нас нету. Медь можно. На крайняк этот, лиану, вот эти вот водоросли. Ты чё? Шалит у меня в красное, прикинь, ушло сейчас. Сука, тварь. Крикнул, блядь, гиги-гага, блядь. Конечно. Интернет сломал, сука. Опа. Пропуск 119. Ну, это мало. Это почти ничего. Это так, чисто подвис и отвис. Ну, это типа 2 секунды. За 60 FPS. Как? А парус нельзя за чтобы он за вверх ушел? Можно. Как? Да там кнопка какая-то есть, но я ж... Не все помнишь. Ну, X, наверное, это не то. X это не то, это ты его сломаешь. А нахер тебе, чтоб он наверх? О, сундук. Ну, он заебывает. Ё-ё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 -
соседнего дома, блядь. Я даже догадываюсь, из какого дома. Стекло, шарнир, хлам. О, душевно. Ну, вообще, где ты там находишь эту всю херню? Да я сундук залутал. Понял вас. Ты хули, большой остров, что его не лутать, что ли? Правильно, правильно. Я ж не могу, как ты, прийти, попиздить эту козу и уйти на плот. Вот тебя вижу. А, не, не вижу. Мы хотим все. Ага. Да, жалко, и глобрюхов здесь нет. Цукляна, кстати, быстро варится-то. Отлично. А вот и глобрюхов здесь, к сожалению, нет, хоть остров и большой. Так бы мы бы смогли бы скрафтить вот эту хуйню. А, у нас все равно патрон для него нет пока, поэтому похер.
я думаю, этого более чем достаточно. Я сдыхаю, умираю во второй раз уже. Что за звук? Я только сейчас заметил, у меня сверху топ-Д вообще как-то позицию свою поменял, что ли. Он у меня сбоку был, это я точно помню. Надо исправлять. Алерцы, топ. Хотя бы вот сюда. Заебись. Да, Ляна прям быстро делается. Это прям кайфарик. Вот был бы пластик под водой еще, чтобы как копать его можно было. Было бы с кайфом. Так, а ну, кстати. 5-4. А ну, кстати. Ну, что там мне отъебнуло? Нормально. Так, здесь у нас что? Вот, кстати, 6 штук железа я всего собрал. Надо железо, надо им заняться. Ну да, 5 слитков у нас и больше нихуя. Меди 14 и 2 слитка. Ну ты это, саппортить не хочешь? А я сейчас смотрю, что нам надо для плавильни. О, я плавильню делать, да, еще одну? Да. Все, делаем. Делаем еще одну плавильню. Так сказать. Было. Ты не ешь грибы, бля. Это да. Не, я просто 2 гриба сейчас сожрал, и мне это в голову пришло. Блядь, Коль, тебе знать. Почему топ-Д? Я тебе что, шкать, что ли? Может, меня еще ебануть бы. Почему у меня этого не высвечивается, вопрос? Может, потому что не высвечивается. Вот может, да, потому что это у тебя высвечивается. У тебя оно вообще не высвечивается? Так, доски пока не кладешь? Вот в эту. В этот можно, на котором стоишь. Грибы. О. Ты чё, сука, заебала, блядь? Почему тоже? Я тебе что, шкач, что ли? Может, меня ещё и донуть бы из винтовки? Сука, Ваня, ты всё сломал, блядь. Ну всё, я удаляю нахуй вообще всё. Окей, я удалил папку нахуй с твоими этими всеми делами. Всё, проверяй. Можно, а чё нет, Антон? Чё нет-то? Так... Где эта херня теперь находится? Кто? Оповещение. Может быть, потому что оно у меня вот так вот. Сделать тестовое. О, Кракен, кул. Тут все есть. Тут оно все зачитывает, блядь. А тут оно нихуя не зачитывает. Какого хера? Да хуй. А ну. Ща повторим. Ой, Антон, закинь еще десятчик, надо проверить. Это надо еще проверить. Пожалуйста, помоги. Уф. Нормально. 2? Че 2? Вас понял. Так. Я не знаю, маленький, а чё брать, хуя? А чё, гриль ещё не готова, что ли? Да вон он сзади, блядь. О!
У нас тут две рыбки большие есть. Че, маленькие? Да выкидывай их нахер. Ой, блин, доски положил, сука. О. Ага. Обычное взаимодействие на кнопочку Е, Ваня. А вот сейчас появилось, блин. До этого не было. Так. Блять. Положил. Положил, положил. Все нормально. А. Не, надо вот это. И надо вот это. Подожди, где все дерево? Я дохуя копал. Какое дерево? У меня 6 досок есть. Ебать, ты выросли принес. Добрый. Вот так вот, блядь, копаешь, добываешь, чтобы потом какой-то нахлебник взял. Отлично, заджимейтил Антона на еще 10 рублей, когда я мог просто предыдущий донат твой продублировать, так сказать. Но видишь, еще десяточка сверху прилетела. Спасибо. Сука, вот и мошенник, мафиозник, они еще поучиться надо у тебя. Ну, блядь. А мы еще учиться у кого, блядь? Все, блядь, не хочешь тут лутаться, блядь, так и скажи нахуй. Попиздили отсюда нахер. Да не, смотри, ну видишь, я тоже сделал дела. Я плот чуть побольше сделал. Вот эту хуйню поставил. Вот это зачем, скажи мне? Пускай стоят, хуй с ними. Если акула будет грызть эту хуйню, я даже дефать не буду. Не, дефать надо. Блять, ну выпреснитель воды не набрал. Не пизди. Что это такое? Набираю. Ага, не пизди. Набирай, не пизди. Набираю я. Одну чашечку я выпил, все, там вода закончилась. Я набираю, как могу. Слушай, мне кажется, или мы немножко застряли? Ты раскудай. Сука, ты че жрешь, блять? Не туда поехала, блять. Зря ты так на край, конечно, все ставишь. Да и хуй с ними. Газку подать? Чем? Не знаю. Вон акулу попроси. Есть тут гуси? Нет тут гусей. Ну ладно, вот один бегает, блядь. Ну конечно, парус хуй пойми куда дует, блядь. Я вообще туда планировал плыть. Вот с той стороны. Вот сначала из очка вылезти, а потом направление давай. Нет тут гуся, гусей. Че я хотел скрафтить-то, блядь? Да хуй тут херню. Ой. Так, че нам ласты надо, че не надо? Подожди. У нас реально досок больше не осталось? Одна доска у меня на инвентаре. Я 3 топора слил на эти блядские деревья. 3 топора. Че за хуйня? Ну так агрессивно, да, птица, бля? Проверю, да? Чё? Ну я же говорю, я вот эту хуйню скрафтил одну. Эту хуйню одну скрафтил. Плот сделал, вот, чуть побольше. Больше ничего не делал. Понял. Ну еще эту, ну, топила все эти хуйни. На, поебало. Где? Где крафты? Где? Ужас, ужас. Так. Два этих, один этот. Ага.
Этот тут есть. Хорошо. Этого нет. И этого тоже нету, да? Хорошо, значит, один мы сейчас сделаем. Так, а надо пластик в идеале. А, я пластик тоже слил, ну да. Это я умею. Короче, ласты нам, да? Сделаю? Хочешь, делай. Полезные вещи все-таки. Куда путь держим? Да, хер его знает. Ну, просто куда? Дом. Куда глаза глядят? Survive Simon Days, easy. А я так посмотрел, у тебя ачивки чуть быстрее выскакивают, чем у меня. Да я не могу. Из-за того, что ты хост, наверное. Наверное. А ты там был на вот этих камнях? На каких? Ну, я весь остров облазил. Что будет, если напиться соленой водой? У тебя этот будет истощение безводного и, по-моему, как будто бы правее, да, дать надо, не? Да, 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 я просто за этим. Я проведал уже. Ты сильно над по ветру, чтоб шло. О, о, стол. Ну вот смотри, вот так вот пьешь. У тебя отнимается, во-первых... А, у тебя просто жажда отнимается. И ты потом сдохнешь от истощения безводного. Короче, как в реале. А копьем Коле можно заебашить? Если бы я галочку поставил, то можно было бы. А так нельзя. Ага, то есть вон, Антон у меня спрашивает так чисто, а у тебя он, да, блядь, заебашить можно или... Ах, а у меня Кракен спрашивает. А, я-то уж думал, это Антоний, ладно тогда. Так, последнюю доску мы не тратим. Сейчас я хочу как раз тоже водички взять. Да чё жаль, нахуй надо. Оно ж можно реально мешаться. А я прям что-то свеклу, у меня прям прет она. Как на дрожжах, блять. У тебя прям пре? Прет, прет. Прям прет? Ой, блять. Как на дрожжах, да. Что-то требуйте, не говорится, ебать. Последнюю доску слил. Сука, ебулевая съела, блять. А, то есть я так понимаю, она до этого ее ела, а ты ее не чинил? Да чинил я, блять, все. Может, ну, может, я не видел. Вот здесь 65, кстати. Надо тоже починить. Досок нет пока. Антенна, соковыжималка какая-то. Так, лосось там готовый лежит. Мой лосось. Лосось не тунца, Антонио, блин. Цвета приятные в игре, конечно, используются. Как бы розовое солнце — это прикол. Восемь. Сколько? Нормально. То есть ты одну свеклу можешь ебашить, и все заебок будет? Да, ну не, я бы так не сказал, потому что я по сути... Не, я могу ее как бы бесконечно... Если я постоянно на плоту, то я могу ее только вот ее и хавать, в принципе, мне хватит, да. Вот, и еще что-то даже остается. А так, ну такое себе свекла. Ну, типа доски там, тоже тратить ее жарить. Ну можно ее и не жарить. По идее. То есть лучше как бы доски тратить, жарить на
что-то такое хорошее. На рыбку большую, на акулку, на птичку. И нормалек. Блять. Да. Да что это такое? Для морща пока рано, у нас нету этого. Как его? Ну и пока он и не нужен. Я, кстати, мы когда в прошлый раз сыграли... Котелок, я... ебать. Вот эту еду с котелка так же хейчу, как и всю остальную еду теперь из Майнкрафта. Кроме, блядь, морковки золотой да мяса. Маленький, что там оно бесполезно, туда, что кстати. Здесь оно бесполезно. Или мы уж туда в направлении идем. Да мы туда и плюс-минус-то идем. Добре, добре. Нет, скважины бурить здесь нельзя. Я могу, конечно, проспойлерить, потому что я, к сожалению, сам себе этот момент проспойлерил. Но Вань-то об этом еще не знает, что нас ждет впереди. Что же нас ждет впереди? Что же нас ждет впереди? Да. Блять. Тут постоянно в этой игре что-то делаешь. Вот я сейчас пью, например. Сейчас буду наливать, блять. Коля, он, блять, на дропе чисто. Вот к острову почти подплыли. Досок все так же у меня ни одной. Я хочу... Нахуй ты их не лутал? Вот ласты. Пластик нужен. Веревки все есть, только пластика нет. Ну и в сундуке его вроде и нет, нихера. Ну да. Так, что-то... Вот так хочешь. Вот. И это тоже, Антон. К сожалению. Это тоже спойлер, так что, Вань, лучше чат не смотри. Мотор ебать можно? Можно. Попозже будет мотор у нас. Будет, блядь, бам-бам-бам-бам-бам-бам, блядь. Набей о топливе. На. Жри, падла. О, добре. А, он как арбуз, типа. Он на 3 укуса или на 4? Да. Да, прекрасно, ответ. Мотор такой большой, он просто много места занимает. Да, на биотопливе. Все правильно. Пойдем железо копать. Да я копаю уже. В него ссать можно? Нет, нельзя. Куда можно? Ой. Акулья башка, арбуз, блин. Можно вот так вот. У тебя железный инструмент? Ну, у меня нет. У меня, я тебе говорю, мне крюк только выпал. А, ну все. С этого сундука и все. Понял, принял, обработал. Я думал, лопату возьмете и начнете нефть. Ну. Ну да. Блять, неудобно. Че нам надо? А, ну железо, по сути, да? Дело, да. Железо, медь. Медь. Это как так меня сейчас подкинуло? А, железо нашел. Медь не вижу. Или мне это показалось? На, блядь. А может ей как поддать? Под... Так, чуть потише для вас сделаю. А то я что-то смотрю громко, вот как будто. Кто? Кто, кто? Да, в общем, игра, ты. А? У меня просто по нулям стояло, понял? У меня фильтр стоит, конечно, минус 9,4, чтобы в красной зоне никогда не было. А, блядь. Это что там такое? А, блядь, это ты плаваешь. От сучка. Я тебе, блядь, сейчас погрыжу наш урожай. Копье бы, да, железное? Помню, чтобы ее чпок, блядь, и все. Да. Именно. Я предлагаю больше лиану не плавить. Надо железо джебейтить.
Антон, скинь на железо, заебал. Согласен. Так, ты, наверное, уже здесь водоросли обработал. Не, я водоросли не трогал от слова совсем. Так, главное, медь нашел. Лопаты лучше... Всё, мне жопа. Лопаты лучше поеблищу ебушить. Ну да. Главное, чтобы тебя потом не спрашивали, где лопата, нахуй. Я сдох. У меня сейф прошел. Че, вещи выпали? Нет, и спаси меня. А, я тебя должен спасать, нихуя себе. Да. А где ты? А, вон ты, блядь. А, вот это ты, да. Трупик, блядь. Сдаться и перезапуститься, потерять 2/3 своего инвентаря. Нихуя себе. 2/3 хуйня. Вот хардкорно, кстати, немножко так. И чё, и куда ты меня сейчас спасать будешь? Найти кровать. Ёбаный насал. А у тебя там время ограничено? Нет. Ну все, жди, бля. Сейчас сделаю, бля. Правда, у меня этого нет. Крюка нихуя. Ну ладно, похуй, сейчас кровать. Забудь момент. Так, где же эта сучка, бля? А, вот обычная. И есть гамак, ебать. Обычную? Ну, хотя что, подешевле? Подожди, ну у нас в нашей ситуации нам подешевле будет... У меня пластика нет, нихуя. В нашей ситуации подешевле будет гамак, блядь. Доска. Да? Доска. А, сейчас. А, не, нихуя. Ну тут как посмотреть, короче, блядь. Ёб твою мать. И где же мне тебя, Коль? Надо будет акуле отомстить. Так, что же мне делать? Помогите. Ладно, сейчас я сам попью. Я сам попью, нормально. Нормально. Вот съебывать с острова, что я тебе могу предложить? Ну съебывай. Листьев нет, нихуя ничего нет. У меня, блядь, стрим инвентаря нахер. Все, я АФК. Подожди, а как скин... Ой, блядь. Как сделать-то? Якорь убери. Как его убрать-то, блядь? А? Убери якорь. Ну как убрать якорь? Ну наводи на него, там написано. А, вот он. Что будет кликать? Убрать. Так, ну все по съебкам нахуй с этого говна, блядь. Что там, много чего крафтить надо? Да не... Сейчас скажу. По времени плюс-минус сколько? Ну чё, 7 листьев, 6 досок, 1 пластик и гвоздя у меня были, блядь, вообще-то. Сейчас я пошуршу. Ну гвоздь сейчас забацаем. Гвоздя заимели. Пластик 1, штука. Чё, внатуре так бесконечно можно жить? Нет, у меня тратится еда и вода. Походу, не бесконечно. Понял, ну, мы успеем. Надеемся на это. И 7 листьев. А здесь 12. Ну да, скорее всего, мы обычную кроватку заебеним. Бля, может резнуться, похер? Да не, пизду ебать, сейчас мы все сделаем. Мне что-то интересно самому. Так, направление прямо, поехали. Я ничего, да, с ним не могу сделать? Да, разлёгся, лежит, бля. Прикол, бля. Так, я, походу, пожарил всю эту хуйню. Посадим на эту. Больше нет ничего. Так, дропа я вообще не вижу, Коль. Как подстава какая-то. Я тебе говорю, давай похер, я резнусь. Да не подожди, нахуй не хочу. Ну а чё, охеренно, просто, блядь. Один вид, как ты бегаешь вот здесь, вот, найс. Да не могу я его напоить. Напоить. Не пьет, блядь? А, вон, появился дроп, все, спокойно. Ладно, пойду пока поссать скажу. Ну, да. Ну, хочешь, я перелажу на другое место, хорошее будет. Что ж ты падаешь-то, блядь? А, блядь, крюка нет, ёбаный вот. Чё, я вот так буду, нахуй? Иди, нахуй, акула, блядская, нахуй.
Доска. Придется это, потому что без крюка заебусь я это все ловить, товарищи, бля. Блять. Сука, ебаная чайка, блять. Семь листьев, 4 пластика. Сейчас. Кровать. Пальмовый лист, доска. Хуйня осталась. Вообще ничего, почти ничего нет. Все, товарищи. Дело 2 минут. Я просто не знаю, что значит имеется в виду потерять 2/3 инвентаря. Или 1/3. Сколько там? Типа, просто оно сотрется или что? И каким образом оно будет выбирать? Какая именно треть? Ну, какие вещи именно? Все, я сделал. Ложи, блядь, отдыхай. Ёбаный ваш рот, бля. Ну, свит вон какой. Иван все починил. Говорите хоть что, когда вебка падает. Так, это не то. Пум-пум, блядь. Пум-пум. Ой, бать, нажмите любую клавишу, чтобы проснуться. Нажал F8, я проснулся. Положить. Встать. Почему положить, а не лечь? Потому что I am, блядь, English speaker very well, нахуй. Я теперь буду только покладываться в кровать. Вот надо бы вот этот момент, кстати, изучить. Что значит... ну, что там написано? Удалиться что-то? Инвентарь? Да, две трети инвентаря. Две трети инвентаря. Это почти весь инвентарь. Оно именно удалится или оно с тебя выпадет, как дроп? Вот и хороший вопрос. Вот, может, это загуглишь? Не, мне хватало. Не хотите? Ребят, может загуглите кто? Антонио, тебе делать нехуй, давай, помогай людям. А то у нас, видишь, как интересно тут процесс идет. Пожалуйста. Не, я, конечно, могу сдохнуть с каким-нибудь, блядь, железом и чисто проверить это. Ну да, так тоже можно, в принципе. Ну как-то оно не хочется, да? Ну как-то да. Как-то оно впадло, бля. Ну, это, кстати, это лайфхак, потому что тебе оно дает какие-то, ну, базовые, дает тебе базовую еду и базовую воду, типа. Типа того. Так, мне кажется, пора вернуть эту сеть-ловушку. Ой, где это? Вот как оно? Значит, сто, если ничего не написано, правильно? Да. Все понятно. О, бочка, блядь. Нормально. Ну я отомщу этой акуле, я ее буду долго мучить. Я могу, кстати, ей стрелу как дать сейчас под хвост. Так, я твою рыбку доел. Нормально, которую ты мне вручил. Так, 8 железных слитков. Это хорошо. Сука!
На нахуй. По самой не балуйся, да? Напихали, блин. Ну. А вот здесь где-то. Блять, крюк сломался железный. У меня скоро, кстати, тоже на исходе копье вообще. Топор, блядь. Это ладно. Так, а железо нам для каких целей-то? Для всех, по сути, да? Да. Ну мы ж улучшаться будем. Это да, это да. Я бы грядку наебнул одну, да? Как ты думаешь? О. Не знаю. А, вот сейчас появилась, кстати, Антонио в строчке. Ты первый донат твой появился. Заебать. Он данный шнель слагает. Это, да, это уже не мои проблемы. Значит, уже отлагал. Чё, это, делаю, да? На грядку. Болтик. Да. Все хорошо. Так, и гвоздей сейчас наделаем. Сука, блядь, промазала, блядь. Точнее, она быстрее съебалась. Где ты, акула, да? Иди сюда, сука. Сейчас я джибейтить буду, блядь, по полной программе, нахуй. На, блядь. Иди сюда, сука. На, блядь. Два раза я ее укусил. Иди сюда, сука. Три раза. Да, неудачное место я, конечно, выбрал. Ну да ладно. Пусть пока будет. Где ты, дура? А, увернулась. Ладно. Я тоже еще пока что ни одного дамага не получил. Так. А, я вообще же эти хотел сделать, ебать, ласты, ёпта, блядь. А, сучка, блядь, моя, блядь. Ебанышка, блядь, моя, блядь. Курочка моя, блядь. Чё ты тут плаваешь, блядь? Иди сюда. Какие-то грибы, блядь. Ох. Положим. Ты, блядь, не ешь грибы, блядь. Есть такой. Где она, блядь? А вот она, сука. Вот она. На, падла. На. Главное еще раз не сдохнуть. Это что такое? Ух! А как? Ух! Нормально? Чё там? Я добыл нам источник света. Прикольно. Свет не очень яркий, но зато красиво, как там было написано.
Я еще. Тебе, блядь, сейчас... Давай, еби ее. Так, сейчас я парус сниму. Давай, блядь, что ты нахуй? Сука, тварь, блядь, на тебе, сука, на, блядь. Плавник, блядь, на тебе, блядь, на нахуй. На, блядь. Смотри, у меня твое мясо, блядь, дура. Что я хотел сделать? Я хотел ласты и... Ловушки, что ли? Да. Сначала, наверное, ласты. В первую очередь. Иди к пизду. Чудная, блядь. Так, я хочу взять одну вот эту... и грядку я хотел. Ёбаный, сколько ж я хотел всего, пиздец. На, Коля, ты у нас этот на вылазке гоняешь, пиздец. Что это? Ух. Ух. О, листья. Ебать, нихуя себе. Молчим. Ладно. Джлазды. Так, что у нас тут? Я, значит... И у нас тут имеется, бля. Если вы возрождаетесь в обычном режиме, ваш инвентарь будет частично потерян. Инструменты, снаряжение, где применимо, теряют прочность, а предметы из стопок пропадают. Если инструмент или снаряжение теряет слишком большую прочность, в результате смерти он будет утерян. Как если бы он был сломан при обычном использовании. Ну, короче, они уничтожаются. Ну, это все правильно, видишь, мы сделали. Так, ебать. Ёбаная грядка, сука. Ваня, ты посмотри, что я там вижу. Ну, я думаю, ты это тоже увидишь. Болт, веревка. Ваня, Гиди. Вон о, там, большой, блядь. Сучка. Я бы сказал, что он даже огромный. Ой, мне попить надо. А я, кстати, хочу вот эту хуйню затестить. И нахуя ты нужен? Сок внутри, а снаружи стакан, блядь. Спасибо. А можно нам туда, пожалуйста? Так, это что получается? Надо... одноразовый этот крафтить. У тебя эти есть доска? Сколько? Ну сколько? Две? Блять! Я не могу найти эту херню, вот она. Я тебе сейчас дам, блять. Надо весь хлам выложить тогда, чтобы на вылазку отправиться успешно. Он прям здоровый. Он не то, что большой, он здоровый, сука. Так. Угу. Дай открыть, пожалуйста. Ага. У нас... У тебя одна веревка есть? Конечно. И... Или листья на веревку. Сейчас. Вот тебе веревка. Душевно. Листья дохуя. Я просто их сундука забрал, чтобы они. Чтобы место было в сундуке. Бля, может ты. У тебя хватит железа на один топорик себе? Железный. Только он, ну конечно. Наверное, хватит. А, прям железный. Угу. Ну, если доски просто... есть, то хватит. Просто ты сейчас пойдешь деревья рубить. Хорошо. Доски теперь надо бы. Ща дам. На.
На, забери. Вот лежат. Там у меня тут, видишь, тут еще, так сказать. Слушай, остров прям хороший. О! Ставь его вот сюда, в уголок. Как сказал, я так сделал, бля. Поставил. Так, чё, ну, наверное, чё, давай. Будем лутать или его пропустим? Кого? Остров. Вот этот большой? Да. Конечно, будем. Ты чё? Вот тебе пальму. Сейчас я её, блядь, полью нахуй уже. Мой гора любимый, родина Кавказ. Так, там всё. В горах высоких я барашков пас. Все полил. Все нормально. Топора есть. Вот копья не моя. Вот копья не моя, согласен, Ярик. Сейчас я выйду. Вас не смущать. Можно нас замутить, только досок надо нарулить и все. Можно еще сейчас нарублю. Пойдем порубим. Рубим и обратно, да? Тихо, 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 тихо. Вот это мне надо. Вот это мне надо. На. Осторожно. Сколько мне надо выстрелов? 3, наверное. Я прям железный делал на копии. Было легче. Ебичес. Poison Puffer какой-то. Я и глобрюху убил. Неплохо, бля. А где? А. О, май. У нас теперь есть взрывчатый клей. Хорошо. Сука. 12 досок, у нас будет 2 металлических копья. Чё ты там? На голову мою посмотри. Да, шапочка угар, бля. А вот то, что тут иглобрюхи, это хорошо. Опа. Так, добьем это копишко. И... В принципе, можно... Так, вот это все ебанистику выложим. Нормально. Нихерово я так 2 сундучка залутал, конечно. Ну вот это, конечно, им надо убрать. Слишком палец, если там что-то есть. А, нет, сейчас я пожру и погнал. Надо, да, попить, пожрать, опять хлам выложить. Там же полный бак. А, можно? Хотя. Сейчас я попробую, посмотрю, сколько стоит. Опять опреснитель не залит. Ой, я б сундук замутил. У тебя хавчик есть? 4 этих. И жареная картоха. Ладно, я попер к тебе. Сейчас доска на руль. У меня будет больше места в инвентаре. От скотина, блять. Че там? Да, кулья морда, бля. Так, все, я рубить начал. Так, здесь есть Антон маленький. Гуляет, вот он. Полторашка. Вот он, смотри, вот такой вот бегает, бегает, блядь, на 2 лапках. Хо-хо-хо. Свежий кабанчик. Так, а я не помню, как тебя мансить, дружочек. Как тебя мансить? Ага, атака твоя раз. Ты правее пошел или левее? Так, ты у нас просто, получается, разгоняешься, да? Хорошо, да я не помню. О, нихуя. На тебе в жопу, блядь. Я им 2 раза уебал. Из железного копишка-то. Давай, пососи моего, блядь, пожилого, бля. Чики Чана, бля. Чё-то я подбираю там, хоть знает, коль. Так, стрелы тебе не дропнулись? Стрелы? Сейчас посмотрим.
Кабанья Антон, башка. Вспомни этот видосик. Опи, куро, свиняка. Стрелы. Не, Коль, нет. На не у меня. Хранилище. А, не хранилище. А ну стой, не уходи. Блять. Я ебанат. Я тебе голову скинул, хочешь ее надеть? У тебя слитков нет железных случайно? Не. У меня есть только медные с собой. Понял. Коля, ты можешь вот здесь это побыть? Тут дерево можно дорубить. А что случилось? Дайте копье хочу сразу скинуть, чтобы это. А ты на плот пойдешь? Да? Иди сюда тогда, слышишь? Два сундука залутай и сразу положи их тогда. Ну, я тебя не очень вижу. О, пиздюк. Ну там. Там, где мы кабана убивали, вон наверх. Так. У меня просто ты на телефоне открыт, я смотрю, где ты бегаешь. Чтобы плюс-минус понимать, куда к тебе идти. А у меня топор сейчас сломается, мне в принципе-то нехер делать-то здесь. Вот можешь топорчик скрафтить. Вот раз сундук, и вот два. Нормально. На, еще доски, вот это скинь. Если так, можешь, Коля, топорик... вот это я не могу поднять. На. Если можешь, топорик мне скрафти. Ух, душевно. Я пока иду как раз на этот. Ночь, конечно, ебучая. Нормально. Ты можешь, в принципе, тут побыть и обратно домой. Потом попозже можно еще раз пойти сюда. Я могу из мира выйти, чтобы ты чисто поспал. Да не. Ну, НРП. А вон наш платяра. Он на меня ебашит. Кто? Я ее наебнул, так сказать, наебал. Акулий глаз? Да. Обманул дурачка. На 4 кулачка, блядь. Сейчас мы возьмем железный слиточек. Вместо 4 досочек. И сделаем копишко. Складывать, правда, здесь нечего. Точнее, никуда. Вот. Мы съедим кокос, блядь. А, ну вот это можно сложить, да. Семки-то. Ананас какой-то. Да, можно. Пластик, доски. Ну, это можно быстро пристроить, бля. Так, ну я лучше на эти сделал сундучелу. Это в натуре хуево. Плюс сундучела. Сука! Чё за музыка боевая такая началась? Знаете, там, значит, комбат идет. Пум-пум-пум. Да в том-то и дело, что на меня никто не согрелся сейчас. Бля, я так хочу на самый верх этой горы забраться, но я так подумал, что без тебя я туда не пойду. Ебать, дропа выловил, сколь ты не представляешь. Блять, я отойду. Сейчас все скину. А то дроп, блять. Не хочется проебывать. Блять, те же могут пиздануть там, Коль. Алло. Найс. У меня, короче, понял. Я F8 прожал. У меня
Микро, я так понимаю, отключился только в ДСе. А, и только... Блять, как бы это тебе объяснить? Блять, отойду. Ух, путаюсь, пиздец. Грядку надо переставить и сундук. О, и верстак. Ну я бы грядку, ебать, сюда поставил. Она что-то вот не хочется. И что-то прям хочется место другое. Ну, сюда его поставим. Стол рабочий. Рабочий стол мы поставим. Сейчас вот только надо найти. Чё там, Антонио? Чё там? А, чё? Ну, по последнему сообщению, ну, сейчас бы кокосиков. Ты где есть? Я сундук скрафтил тут. Блять, перекидываю вещи. Ладно, понял, я побежал. Сколько я на иглобрюхо? 4 стрелы потратил? Хорошо, что они все стрелы застревают в противнике, и ты их потом лутаешь обратно. Вот это действительно кайф. Это не то, что где? В Dishonored из арбалета стреляешь. Половину, блядь, болтов ломается, половину еще что. Там домик? Ой, бля, тут птица. Ха, ну шо ты, свинья? Сколько в тебя надо выстрелов сделать? Антон, если ты тут, загугли, пожалуйста, сколько у нее хп, сколько у нее надо раз выстрелить. Потому что я могу просто 12 стрел своих сейчас про... Блядь! Вот это я обосрался, честно. Да иди ты в жопу. Не попадешь ты по мне, падла. Я не буду в тебя даже стрелы тратить, пока не узнаю, сколько у тебя хп. У меня каменные. Я на железные пока не транжирюсь. Чик. Матхок этот, кто? Матхок? Какой матхок? Я имею топора еще нет. Сейчас я замучу. Замучил. Я так понимаю, магазин это Сафизоне? Она по мне там не херачила. 5 стрел? Подожди, вот эта птица здоровая, летающая, 5 стрел на нее? Где ты, падла? Иди сюда, я буду тебя ждать на вершине горы Чилиот. Вон она, падла, сидит. Посылку открываем. О, кружка. Стой. Мне бы еще бы понять бы баллистику стрел. На самом-то деле, по-хорошему. А, понял.
Все, у меня пустой инвентарь, все есть, я погнал. У меня 12. Бля, будет обидно, если на нее надо просто. А, нет, не погнал. У тебя есть возможность стрелы скрафтить? Какие? Каменные, каменные. Я думаю, есть. Сейчас мы этим займемся. Так, пальму посадил. Воды нет в этом, заебись. Съедим, блядь. Каменные стрелы, сейчас замутим. Камень, 3 штуки надобно. Понял. Где у нас камень? Здесь. Сколько вам? Не знаю. Сучек 10. 18. Ну, нормально, с кайфом. А железное копье у вас есть? Не-а. Понял, несу. Ну, просто в этом сундуке лежало. Приснитель переделал. У меня тут дикие босс-файты. Бегу к вам. Жалко, нет, кардов, типа того. Жалко, пулемета здесь нет никакого. Так, ну я иду, вот право мы были. Ну как иди, просто там будет подъем наверх, ты увидишь. Наверх горы имеется в виду? Да. Блять. Иду. Что-то как-то до этого я ее мансил, а сейчас что-то не мансится она. Блять, свежий кабанчик еще напал. Не, пацаны, с двумя я не справлюсь сразу. Вы уж меня извините. Так, что-то я пока подъема не вижу. Ладно. А, вот в пещеру надо заходить, нет? Нет. Понял. Угу, хорошо. Так, куда ты иду? Бегу, так сказать. Надеюсь, ХП у них не регенится. Здорово. О, здравствуйте. Где? Это птица? На, птица. О, никого душевно. 25 стрел. А, на, еще, на, на, жопа. На, на. Спасибо. Вон она, падла. Заряжай. Лети сюда, сука. Надеюсь, у тебя агро на меня. Блять, кабан. Нет, у нее агро на тебя. Блин, вот это сложно будет. Кабана тоже агро. На. На меня, блять. А, блять, у меня прокатило на рогах. 2 раза. Ты заебал, блять. Да ты заебал, нахуй. Сидите. На тебя. Сейчас ему в жопу, блять. Кандон, блять. Главное стрелы забрать. На-на-на. Главное стрелы не мне. Скин. На тебе, блять. Вот это приключение. Я поднимаюсь. Ты был на самом верху? Да. Когда ты ж сдохнешь, сколько у тебя ХП?
уже не оставлю в живых. Давай, 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 давай. Молодец. О! Угу. Achievement. Изи бриджи. Нахуй мне на один повторный, чё у меня скриншот-то, блядь? Вот она, блядь. Сочетание клавиш. Ага, понял. Короче, с нее дропается 4 мяса, 12 перьев. Ну и башка. Можно поменять? Во. О! Так, если что, я на плот возвращаюсь. У меня надо... А то я сейчас буду от истощения безводного умирать. Сколько в итоге я в нее этот стрелку садил, я так и не понял. Высотень какая. Сейчас отойду. Да не, для приюшечки. Так, это нормально, в принципе. Ну да, железный повеселее. Топорчик-то. Так. Так. Работал. А в ОБСе нет. Найс. Просто его надо от имени админа поставить в свойствах, ему галочку, чтобы он запускался. Проблема известная. Деревья бы еще бы порубить бы по-хорошему. Да я вот рублю, тут поверху гуляю, блядь. В итоге, что на этом острове был? Было один петух, ну, Антонио, два кабана и птица эта. Вот здесь еще ёбик бегает, антилопа, блядь. Так. А, ну и иглобрюх еще, да. А вон еще и один иглобрюх. Прикинь, кумры наебнутся оттуда. Это да. Неприятная ситуация. О, музычка играет. Ну ты реально, вот хули вот скриншоты никто не грузит. Такие пиздатые. Здесь это самый обычный остров, здесь ничего, блядь, в принципе, естественно, нету, блядь. Как бы я вам так скажу. Так, просто хуй. Сюда Y. Хуй, убираешь и все заебись. Сюда Y, блядь. Тварь. Сюда мы... Настолько чистого инвентаря у меня еще не было. Ты там смотри, я там вроде это так раскидал, более-менее. Да, да, да. Да. Так. Ягоды мы схаваем. Манго мы тоже съедим. До дома доползти, бля. А, да, про вебку я понял, я видел, но забываю. Забыл, короче. Увлекаюсь.
Увлекаюсь, увлекаюсь. Ну, слава богу, что она редко хотя бы лагает. Зависает, точнее. Бля, ебать, тут на кубаре можно, блять, прям нормально. Вот тут баран, блять. Баран? Еще один? Ну да, ёбик, баран. Ебать, сфоткал нормально вроде. Нужно спускаться сюда. А еще и лобрюхи есть? Что-то я хуёвый путь выбрал, но походу обратного... А, нет. Выпустите, сука! Блять, Коля, это пизда. По такому очку спускаюсь. Да зачем ты там спускаться начал? Я там не начинал, я хотел чуть-чуть приспуститься, посмотреть. О, можно отсюда этот сфоткать наш кораблик, блядь. Ладно, нормально, хп я не потерял. Надо бы залезть на этот камушек и сфоткать этот. О, какой вид, Коля, я того маму, бля. Этого вида, бля. Залазь, говна. На превьюх. Залазь, залазь, сучка, бля. Я в полете еще звук. Ай, блядь. Нахуй ты меня бьешь, акула, бля. Так, я дома. Угу. А я нет. Cool. Я понял, это баганное, бля. Это баганное. Ну, как? Столько с воды их можно собрать будет. Так же, как и на том острове. Опять полный инвентарь. Казалось бы, вышел деревья порубить просто. Свекла уже откуда-то, картошка. А, нет, с нами нельзя. Мы тут изучаем. К сожалению, нельзя. Где я? Куда? Куда погнал, блядь? Ты меня слышишь? Да-да. Я просто тут. У меня, блядь, пропуск ебейший сейчас идет. Уже 10 тысяч. У меня сейчас просто в красном находится. Лол. Ну, восстанавливайся. Ты что, гонишь, блядь? Нет, конечно, прикольно, но я так понял, 40 тысяч до хера. Хотя держалось до этого момента все четко. Ну, иногда бывает, ты можешь быстро отключить и 20 тысяч поставить и включить заново. Это, в принципе, классика. Ну вот, я думаю, да. Надеюсь, ничего не это. Нет, нет.
Через где-то 20 секунд на переподключение. Левый сундук — это вот хавчик и листья, блядь. Перья, блядь. Вот это всякое, хуй пойми что. Так, так, так. Надеюсь, у нас переподключится все четко. Кожа вот эта. Семена тоже. Тут уже некуда класть. Вот эти есть куда, а те некуда. Все, переподключение прошло успешно. По идее. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. Блядь. Так у меня с телефона не грузит? А, не, нормально. Все, чётенько. Ужас. Так, что здесь? Здесь ничего, в принципе, не изменилось, я просто вернулся обратно. Средний, это чисто вот... Средний, то, что мы под водой, понял, добываем. Водоросли, да, водоросли справа, блядь. Мне пофиг, я просто бегаю, Y нажимаю, да и все. Так, железо нахуй. Это тоже нахуй все отсюда. Здесь вот чисто вот эти рисы, короче, в этом сундуке, блядь. А здесь вот эти. И похуй. Взрывчатый клей. Вот. Да. Голова дурака, бля. Сейчас я... Угу. Так, чё, раз, два, три, четыре, пять. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, блядь. Надо в ширину, наверное. Восемь у нас в эту сторону. Ну, так, семь. Семь. То есть, главное, понимаете, это, чтобы больше 10 на 10 не было. Не начать уже вторым этажом заниматься, а там голландский штурвал, это вся тема, да? Ага. Как бы зарядить тебе промеж глаз? Ну да ладно. Куда веревку скинуть-то? Отсюда в центр скину, похер. Правый скинь. Правый там. Листик или что-то, блядь. Не, листьев правом нет. Но там есть доски. Как-то так. Маленький сундук, кстати, тоже используется. Заебала ты, блядь, курица ебаная, блядь. Так, ну это ладно. Надо походить, посмотреть, где она что, может быть, надамажила эту хуйню. Вот эту хуйню. Ой, 45% хп, прикинь. А, да, нахавал ее. Ебанащика, бля.
Так, с учетом перезапуска, сколько у тебя там уже по времени лайф? 3:28. Я думаю, что нормально. Ну да, объемно сегодня. Сегодня объемно. С хуйней дозанимаемся. Так, надо записать, что делать. И желательно уже со следующего вот этого вот дела начать сюжетиком. Хотя бы приплыть на первую эту фигню. Хлам. А, пластика как не было, так и нет. Пиздец. Там еще один остров я вижу. Ну, у меня в инвентаре 11. А. Ну ладно, оставь тогда. КДЧД, да? Сундуки, не сундуки. Фасовка, не фасовка. Справа, да, вот с моей, справа средний сундук, это вот верхняя, вот эта вертикальная строчка, это вот все, что из железа и прочей хуйня. Я все равно через 10 минут забуду. Ну, тут я логика есть, буду, ты поймешь. Я просто буду приходить, нажимать Y и все. Угу. Я лук наполовину покусал, кстати, пока эту птицу ебашил. Вместе с кабанами. А, ну еще я же иглобрюхов убивал, точно. А где башка иглобрюха? Смотри, маленькая. Вот она. Или та, или тут. Вот она, я, пожалуй, иглобрюху себе. А как ты его одеваешь, кстати? В смысле? Ну, на голову как ты его одеваешь? Да похер, ну вон у тебя ячейки снизу есть. А-а-а, я понял. Вспомнил, даже вернее сказать. Оденем тоже. Теперь вот такой я красивый, чисто шестерка. Кто так из лука целится, стреляет? Ты шо, мать? Топор. Во! Это моя рыбеха. Почему ласт разного цвета? Типа из говна и палок были сделаны, да? Наверное, да. Включить-то, да. А, кстати, ласты, да, я сейчас есть возможность пока. Сделаем ласты. Я вот не знаю, что нам уплывать отсюда, не уплывать. Ну, если мы там все как бы сделали. Ну, я вроде там побегал, так посмотрел, но вот, но я не копал только что. Сука. Где гря... А. Ща, АФК. Так, и чего нам не хватает, в смысле? Или... А, я уже сделал. Фу, блядь. Все. По идее, они так не портятся, они чисто в воде портятся. Железо нам бы плавить, да. Да и медь тоже неплохо было бы. Сучка, блядь. Уже вся потрепанная, блядь. Скотина, блядь. Не одно, так другое, блядь. Чиним. Мы не хотим, чтобы у нас тут что-то ломалось, терялось. Я не понимаю, что за херня. У меня опять 6000 горит в красной, опять пропуски идут. Ну, это печально. Тут ж, наверное, нихера надо сделать, бля. 6000 это... Ну, это лимит, понял, куда он долбится? И он не может поднять.
Не, я понимаю. Ну, типа, а в чем прикол? Как бы спасибо, что под конец. Ну, Льютап или провайдер. Один из двух. Больше никому. Так, тут у нас уже все готово, бля. Птичку, бля, положим, заложим, бля. Бля, в рафт можно реально бесконечно играть. Бля. Прям, да. Ну что, давай закругляться. Какой-то жук, бля. Да, можно все. Как там, выходить, не выходить, сохранить мир? Сохранить сначала, да. Сохранил. Еще ну раз. Ну еще. Ну все, я вижу, да, иконочка сохранения прошла. Че, ну выходите, Николай. Мы вот так делали. Я, честно, не помню, как мы делали. Так, ну все, я это сохранил еще раз. Выйти из игры. Да нет, наверное. Ну, Антонио, я только в этом. В этом, блядь, в командной строке херню написал и все. Одну команду. Угу. Раутер перезагрузи. Во-во. Кстати, да. Кто его последний раз перезагружал? Ого, и он долбится, сука, тварь. АСКС, чат у меня что-то съехал. Поэтому шо, я в F9. Скоро ушел. О, сейчас чат более-менее. Ну, такая игра Raft. Под нее и поспать, и поугарать можно. Ну, смотря что делать, понял, да? Первый стримчик решили делать небольшим, чтобы и самим не утомляться, да? Ну, у меня пропусков ноль, прекрасно. Ну, вот то, что вебка выключалась. Ну, кстати, 4 раза где-то, может, 5-6, не знаю. Ну, типа, ну, не 60, блин. Вот. Максимальная графика. Ну, и максимальное качество стрима, что можно добиться, в принципе, на Ютубе. Вот. А у меня что, мгновенно выключен? Такие пироги. Хорошие, мне понравилось. Мне понравилось 100%. Будем продолжать. Может, не каждый день, там, но с какой-то периодичностью мы будем заходить и играть. Типа, только в путь, только вперед. Вот. А, это старый стрим. Да, вот новый. Почему ссылка не по... Ссылка какая-то кривая. Прям сейчас изменю. Вообще ебанутый, что ли? Ладно, возьмем эту. Собака UC, блядь, что за ебанистика? О! Ну, теги, кстати, мы пробиваем. Уже. Я даже заскриню в буфер. Так, ну, вот что еще можно сказать? Ну, хорошая игра, Raft, 100%. Будем продолжать играть. Камеру пофикшу обязательно. Вот. Посмотрим, что там по просмотрам будет. Еще 9 даже нет часов. Пускай онлайн маленький, но зато сам отдыхаешь, понял? Вот. Посмотрю там по звуку что как, потому что я не слушал сам, но
Если было бы прям пиздец, то мне бы сказали. Я надеюсь. Что там Коля говорит, интересно. Может, он меня слушает. Кто у нас в основном тут был? А, ты, все. Да, да, Саня. Все, Коля у нас перекличку делает, кто был. Ну, Коля в чате Саня, Сабзира и Антонио был у нас в чате у Коли. А у меня в чате... А у меня в чате я сейчас посмотрю. Ну, по сути, Антон. Да, Антон и Кракен. Все, всем спасибо. Антонио, спасибо, кстати, за тотал, получается, 30 рублей. Вот. Продолжительность стоит, кстати, в песенках. Короткая, я, наверное, поставлю среднюю. Подольше музычка. Задерживалась, все, прям сейчас выходим из игрушки. Сегодня пособирали ачивок, кстати. Ну все, я не буду затягивать, все, всем спасибо, реально. И следующий рафт, не знаю, мы еще с Колей не договаривались, но мы затягивать не будем, ну и... Ну и слишком быстро мы тоже не будем проходить. Ну, где-нибудь, ну, оптимально. Если завтра можем, можно и завтра. Если завтра там кто-то из нас не может, да, то можно в субботу. А, вот у меня как раз выключилась вебочка, но я все равно ее перезагружу. О! Ну, а вы были на канале NMList. Заходите в плейлист. Он сейчас появится на экране. Я сделаю конечную заставку, все дела. Смотрите, плейлист Raft. Играл я с Колей. Ссылка на Колю в описании. Все, всем пока.